Պաշտելի Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից այս հնարավորության համար, որ պետք է դարձար քեզանից սովորենք, աղաչում խնդրում ենք Տեր Աստված, դու Սուրբ Հոգի զորությունով ներգործի և խոսա մեր սրտերի հետ, և մեզ էլ օգնիր, պատրաստիր, որպեսզի կարողանանք լսենք, հասկանանք, զորություն շնորհել դու կարողանանք յուրացնելու ապրենք և քեզ ուրախացնենք Տեր, օգնիր մեր եղբորներ, որ եկել էի, և արծեցնել շատ արա երկնքում, փառք ես Տեր, ամեն։ Вы сказали без перевода, да? Смотрите, будет трудно. Мы будем говорить о непростых вещах. Поэтому мне хотелось бы избежать формы лекции. Я обычно много говорю. Мне бы хотелось, чтобы когда для вас становится что-то не очень понятное или не очень приятное, Я сейчас объясню, а тогда будет понятно. Да? Если вы чувствуете, что так, останавливайте и задавайте вопросы или там говорите. Я не понял. Или, там, не поняла. Повтори, пожалуйста, или объясни, пожалуйста. Понятно, да? Еще момент. Я буду задавать вопросы вам. Так что, чтобы вы тоже работали, чтобы вы тоже думали. Может быть, не очень часто буду задавать вопросы, но буду. Так что мне нужно, чтобы я видел, как вы понимаете, и чтобы вы не боялись показать, что-то вы не успели. Ладно? Или не согласны, тоже можно спокойно. Так вот, Вартан попросил меня поговорить на такую тему – богословие детства. Эти слова понятны? Богословие детства? Ну, как бы более-менее, да? Ну, скажите, пожалуйста, что такое богословие? Как вы понимаете, что это такое? Слово привычное, много раз слышали, конечно. А что это такое? Наука о Боге. Наука. Прямо-таки наука. Нет. Сейчас наука. Ужас какой. Ну, по корням слов, это слово о Боге. Может быть, не обязательно как бы наука, но так или иначе какое-то размышление о Боге. Вопрос тогда, а нам размышлять о Боге нужно? Может быть, достаточно верить? А? Нет. Нет, недостаточно? Нет, в Писании сказано, что вот по вере. Да, спасение по вере. Нигде не сказано, что спасение по богословию. Или там спасение по размышлениям. Может быть, достаточно просто верить и особенно не размышлять? Говорить, возлюби Бога твою всем своей мысли, всем разумом, разумением твоим. Да. Это есть, это сказано, это действительно. И все-таки, как сказать, напрямую, скажем, тема нашего спасения с размышлением о Боге не связана. И это очень серьезная вещь, потому что вы же понимаете, что люди очень разные. И по своим интеллектуальным способностям люди очень разные. По возможностям размышлять люди очень разные. Есть люди, которых мы называем умственно неполноценными, которые вообще не умеют размышлять. Однако верить в Бога они умеют и получше, чем мы с вами. Yeah. Вот. Так что нужна необходимая ли вещь богословие? Пожалуй, нет. Но есть очень серьезный момент. Да, конечно, спасение, да. Но разве дело только в спасении? Как мы живем? Что мы в этой жизни делаем? Мы помогаем Богу в том, что Он сотворяет в этом мире? Или мы
мы ему просто не мешаем, или мы ему мешаем. Дело в том, что все, что мы делаем, оно у нас как-то все-таки осознается перед этим, осмысливается. Мы пытаемся найти какой-то смысл, и тогда уже действовать. То есть, понимаете, для того, чтобы верить в Бога, богословие не нужно. Но для того, чтобы как-то действовать в этой жизни, нам нужно осмысление. Логично? Логично. То есть, понимаете, это не то, чтобы вот без чего мы просто, вот, просто погибнем и все. Не погибнем без богословия. Но разумно помогать Богу, для этого нужно думать. Что ты имеешь в виду помогать? Это что, Бог не нуждается в помощи? Или как? В каком смысле ты имеешь в виду помогать? Это очень интересная штука. Бог не нуждается, но Он этого хочет. Поэтому он сотворяет человека как своих соработников. И замечательная есть фраза у пророка Амоса, где он говорит о том, где Бог говорит, Амос говорит о Боге, что с тех пор, как Бог сотворяет человека, он ничего больше сам не делает, а только через человека. Только при участии. И он абсолютно верен в это. Вот обратите внимание. Вот он сотворяет, вот шестоднев, это вот он сам делает. Но как появляется человек, он дает уже человеку поручение возделывать этот сад, сохранять, там, давать имена животным, то есть, что Бог сам не мог дать имена животным. Мог. Но он человека в это включает, чтобы человек был ему сотрудником. Это очень важная штука. Мы дальше об этом поговорим. Почему он хочет, чтобы мы сотрудничали с ним, а не просто валялись в полной прострации, просто верит в Бога. Понятно, да? Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Если богословие – это слово о Боге, то почему тогда богословие – детство? Есть ведь не только богословие – детство. Богословие, в принципе, бывает чего угодно. Богословие воды, богословие солнца, богословие ветра, богословие… Чего хотите? Космоса. Всего чего угодно. Почему вдруг? Если богословие, то слово о Боге. Давайте думайте. Почему возникает богословие какого-нибудь предмета или явления, события, понятия? Наверное, это сотрудничество, то, что ты говорил. Как дети могут сотрудничать. Нет, это то, что мы поймем, нам дальше поможет как-то действовать. Иисус сказал, что это маленький будет. Я сейчас не о детях. А вообще, о чем бы ты ни был. О чем бы ты ни был. Почему? Богословие чего-то, кроме Бога. Вот. И тут картинка такая. Понимаете? Ведь у любого предмета, явления, понятия есть какое-то место вот в том мироздании, которое сотворяет Бог. И понять, что в глазах Божьих вот это явление или этот предмет представляет, это и значит найти место этого мироздания, осмыслить его положение в мироздании, и тогда нам будет понятно, что нам по этому поводу делать. Понятно, да? То есть, это не сам по себе предмет, не само по себе явление, а его место в замысле Божьем, в том, что Бог делает, сотворяет. То есть, это обязательно связано с Богом. Но есть еще один маленький момент, очень существенный. Понимаете, ведь размышлять можно о любом предмете. Вот стоит ребенок. Мы начинаем размышлять о ребенке. И начинаем думать, какой он там большой, маленький, что он знает, не знает, как его учить, там, так далее. Мы начинаем вот с предмета, который перед нами. Это не будет богословием. Богословие – это такое размышление о предмете, когда мы начинаем с Бога, с Его замысла, с Его творения. И где тогда вот
вместо того, что мы собираемся. Мы начинаем с Бога. И это размышление, начинающееся с Бога и приводящее нас к интересующему нас предмету, и затем продолжающееся дальше, чтобы рассмотреть, как мы можем в этом деле соучаствовать, вот это и будет богословие этого предмета, этого явления. Пока согласны? Я не думаю, что вы в каком-нибудь учебнике это все найдете. Я не уверен, что вы найдете такое. Такое понимание. Андрей, переводите. Все-таки переводите. Давай, деньги. Если бы от меня зависела канонизация святых, я бы Вартана давным-давно зависел за то, что он меня перевесит. Это и такое смирение. Богословие это... Такое размышление о предмете явления, где мы начинаем с Бога. Где мы начинаем с Бога. Айскан, цангаца царарка кам еревуйт во имасын нэн хосумен, астазабанцун кэлли, эце асканам кинчи айт арарка еревуйт сэстэрцвац, астцов царагрили меч иште вуни инка. Айскан, асксмэнк астыцуц. Амэн инчэ сксмэнк астыцуц, я цангаца бан имасын, артэн астцов тэсэн кэн цэн хосум. Хима астазабанцун манкакан, ха, манукнери астазабанцун. Մենք մանուկների մասին չենք խոսում, երբ մեծ ապոքրա, ոնց սովորեցնենք բան, մենք խոսում ենք, թե Աստծո ծրագրով, Աստծո նպատակներով, Աստծո գործի մեջ մանուկ ինչ բան ունի, սկսում է Աստվածաբանությունից սկսում է. Еще что замечательно, братан, всегда перевод короче, чем я говорю. Я точно говорю. Я уверен, что он точно. Итак, значит, о чем бы мы ни пытались говорить, наша задача начать размышление с размышления о Боге и дальше каким-то образом прийти к этому предмету. Начинаем говорить о хостинг, мы хотим сказать, что ксенг астатут, я весь происходит лоу, хостинг ничего не дарит, ничего мы с ним не хостим. А теперь что значит размышлять? Мы ничего не знаем, мы тоже хортакцель, хортакцель. Но вот это простой вопрос. Если мы опоздаться. Очень непростой вопрос. Конечно. Что такое размышлять? Что такое думать? Ничего не знаем, мы тоже хортакцель. В целом, да. Значит, вы знаете, есть такая наука математика? Математика и машина сады. Вы думаете, математика это наука о числах? Нет. Это наука о человеческом мышлении. Сам Атацилапин, Марту Матацилу, Масин, Гидусина. Вот. И обратим внимание, что всякая математика начинается с аксиом. Шадыр Элек, Цанкацаз математика, имеешь Цанкацаз Банск, Сма Аксиомайц. Аксиоман, да, она пацуцели, Джешмартуцина, Ворон Тумвума, Ворпес Айтписин. Я объясню, что такое. Аксиома, асмес бана, аксиома, чес апарсу. Да, антонумес. Антонумес ухаки. Вот пес айтписи. Им кнайли. Ну, в школе когда-то проходили. Аксиома и вклеили. Да. Понимаете, потому что мышление с пустого места начинаться не может. Вот это моторное, да, так не уж чика раз. То есть что-то есть, и дальше мы начинаем от этого развивать мысли. Ничего, ну и вам по этой линии. Воли цельто, воли вра, МВЛОВ, карванак, и если предметом нашего размышления является Бог, то аксиомы о нем не могут быть нашей выдумкой. Они могут быть только результатом откровения. А откуда вы извините? А почему? Да, хорошо. То есть они могут быть только результатом откровения. Откуда мы берем откровение? Хотите на вордере согласились? Естественно, слово Божье это и есть записанное откровение. А что хотите, 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 а что хотите,
Понимаете, у огромного количества людей могут быть свои какие-то там откровения от Бога. Но принцип Бога вдохновенности Писания. Говорит о том, что Бог Святым Духом, как бы так сказать, поработал, чтобы то, что вошло в эту книгу, было действительно результатом откровения. Оно записано людьми, но тем не менее это откровение. Մարդիկ են իհարկե գրել ավել, իհարկե գրել են ավելի մարդիկ, բայց Աստծուց սա հայտնություն է. Так вот, что собой представляет эта библейская аксиоматика? Что в Библии полагается как абсолютно непреложное нечто, не подвергающееся никаким сомнениям? Ուրեմն ի՞նչ աքսիոմաներ կան Աստվածաշնչում, այնպիսի բաներ, որ Աստվածաշնչում գրաված է եւ սա ոչ մի ձեւի կասկածի տակ մենք չենք կարող առնել։ Սա տենց հստակ աքսիոմա է, այսինքն ընդունվում է բոլորի կողմից։ Знаете, оказывается, не так много. Разумеет, конечно, баночка. Я так поискал, мне так показалось, что всего две аксиомы. Я с эвакуатором готов. Как вы думаете, которая из них первая? Ну, человек, раз у Маврачина, лично надо спросить. Бог есть. Бог есть. Браво. Браво. Абсолютно точно. Шар, чисто. Это, как бы сказать, вот, понимаете, вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, Маствац, я никто не один оставит. Ты чат, сейчас к Сангельке. Понимаете, да? То есть вначале вот он творит, да? Но он уже есть. А с кем ставить огородницу на бак? Ну, один картинка, один тумума. Вот это описание. Ничего нет, он есть. Вот чищика, один кака. Все, и это не под вопросом вообще. Да, сам не так чидерван, гаскаться так чидерван. И есть замечательное совершенно подтверждение этому в том, когда Бог открывает людям свое имя. Я вса остатума анжаманак, я фортер остатцы, я анунна бацун марканц. Это может быть самое главное откровение Ветхого Завета. Мигуце сагенюхти аменакаравор хайтнитюнна. Это то, что Бог открывает о себе Моисею. Эмичор мовсесин инка хайтнума инкидит масин. Яхве. Яхве. Я есть сущий. Yes, I'm what I. Я боюсь, что мы здесь как-то обычно слишком легко проскакиваем. Ну так, конечно, вроде, ну да, ну мы же соглашаемся, да, Бог сказал. Рассказывай, наверное, может, сейчас араб из массы картмейку, правда, ну да, а раньше. Ну, чего? Ну да, вот ничего, а, ну ничего. Стол существует. А, гоицун не сэрана. Солнце существует. А лево гоицун не. Я существую. Я с гоицун не. Ну и Бог такой. А, спатер гоицун не. Тоже существует. Давай. Библейская аксиома совсем не об этом. Пацастаться шинчан аксиома хэт срама синчи. Она о другом. Бог говорит, существую именно я. Аспатасма хэнд есэн воргоючен. Понятие существования должно отсчитываться не от того, как мы себя ощущаем. Ну, я же существую, как я могу пощупать, значит, это существует. Да? То есть я как бы определяю, что существует, что нет. Но мы гоючен ложка с ксманалис, гоючен гавапарин, чор есэн сгун. Что ж, мы без гоучуне, мы не гоучуне, а как? Понимаете, что я говорю, да? А сказали, а чем вас? Мы отсчитываем существование чего бы то ни было от своего существования. Мы без них, мы не цените, мы капу мамы не гоучуне, что мы бан, мы не капу. Мы раз, мы не капу, мы не капу. И даже на самом деле по отношению к Богу точно так же. Я бы не сказал, что это капац, мы не заново их знаем. То есть все совершенно понятно. А мне ничего сказать. Я точно есть. Yes, остаткам. А с Богом так. Если я решу, что Он есть, то Он есть. А если я решу, что Его нет, то Его нет. А что это значит? Это я говорю, что Он как-то повольный. Это говорю, что Он чка-рочка. Понятно? А сказали, что знаком. Марта вон сам этот. Так вот, библейская аксиома совсем о другом. А с Отца Шинчан аксиома как раз агарок нахусун. Нас нету. Мэнг чека. Ничего нету. Вот чиш говорю, что нет. А Бог есть. И сказал, что говорю, что нет. Бог и есть само существование. Остаться один к такой. Все, что существует, отсчитывается только вот от того, вот Бог есть. Ага, вот тогда в зависимости от этого все остальное можно определить, существует или нет. Роман, а все у нас масло с горючим не? Я вас здрак, а вы картем ворошер, мы на цас банали. Кам течка?
Бог есть абсолютное существование. Ուրեմն Աստվածը абсолютնի կոնցեպտ չէ, բացարձակ գոյություն է, բացարձակ գոյություն է, неограниченное ни временем, ни пространством, у него нет начала, у него нет конца. Ոչ մի բանով կաշկանդված չի, ժամանակ լինի, տարածություն լինի, սկիզբ, վերջ, հասկանալի չէ, մեծություն, փոքրություն, ինքան կաշկանդ, բացարձակ գոյություն է. Все остальное абсолютным существованием не обладает. Մնացած ամեն ինչը այսպես բացարձակ գոյի մեջ չեն, գոյություն չունեն բացարձակապես։ Всё остальное существует условно, постольку, поскольку Бог это сотворяет. Ուրեմն մնացած ամեն ինչը գոյություն ունեն պայմանականորեն, այնքանով, որքանով որ Աստվածը արտադրել իրաց, ստեղծել իրաց։ Понятно, да? Հասկանալի՞ է։ И каждый из нас. Это հասկանալի չի, ժողով ջան, դադարեցիք։ И каждый из нас не абсолютно существует. Եվ ծամեզնից յուրական չունն է, բացարձակապես գոյություն չունի։ А появился в существовании именно потому, что Бог дал. Այն մենք առաջ ենք եկել, որովհետև Աստված է ցույց տվել, Աստված ստեղծեց մեզ։ Եվ ոչ թե մենք իրանք։ Այո։ И если Бог не поддержит наше существование, то мы вообще говоря, исчезнем. Եվ եթե Ձեր Աստվածը չփահի մեզ, մենք կվերանանք, потому что мы не обладаем абсолютным существованием. Որտեղ մենք մեր մեջ այդ բացարձակ գոյությունը չունենք։ Вот то, что я цитировал вчера, про то, что вот имеет Бог, Отец имеет жизнь в себе. Эрик Карзирах тасэци вор хайр Аствац кянк нуни ира меч, ишмек, че Карзирах вор эвела. И сыну дает вот эту жизнь в себе. Я вортуна дарит, существование этот кянк. Не определяющееся всякими какими-нибудь внешними обстоятельствами, чем-то еще. Абсолютное существо. Са айс гоюцуна чи пайманаврац, ոչ մի արտաքին երևույթներով, ոչ մի բանով, ինքը իր մեջ այդ գոյությունը կա, կյանքը կա. Мне еще есть такой вот замечательный практический пример того, как в человеке на самом деле сидит глубочайшее непонимание именно этого. Ես մի օրինակ ձեզ կբերեմ, որ մարդու մեջ նստած է արմատապես անհասկացողություն այս իրավիճակի, այս իրավիճակի. Я 30 лет готовлю людей к вхождению в церковь. Я рассуд тали, я сашкатываю марканцет, я патрастую милет, я керецим мртнелю амар. И практически в каждой группе находится какой-нибудь человек, который говорит, а почему, зачем Бог меня сотворил? Я же его об этом не просил. Я миш, хамди меш, марти кэнни, ну, ворокасун, ишкинча, астлат инстерце, если я чей хам трамдрал. Как он посмел меня сотворять? Я же вез на амар цагвет инстерце. Я же этого не хотел, я же серьезно. Понимаешь, что за этим стоит? А скажем, какие часы этим гамнаться? То есть уверен в том, что ну я-то существую абсолютно. Сотворил меня Бог или не сотворил, но я есть. То есть было у кого спросить. Сами уровня амазматрична, вот есть. Это бацарца капец говорит, ну нет. Я вас тут интересный арцинер. В голову не приходит, что могло быть такое, что спрашивать не у кого. Մարդ չկար, որ ին հարցներ, մեկը չկար, որ ին հարցներ, չէ, բույլ, չէ, ես է բայի, բայնաց, ասկացակ ինչա, սետ էրսիոմ է ռզաբրալիս, պարձեր ամեն մարդ, ռզաբրալիս, կարկ ու դումիցի կակայ վտարա էրսիոմ, ենք ռողթը որն է, առաջինը որ նաստած գոյություն ունի, չէ, А вот каково оно его существует? Ну, абсолютно понятно. Инчписина и лягуя. Какое? И лягуя висина. Вечное. Вечное. Вечное, да. А это есть абсолютное. Да, да, это пацапца висина. Я его тут сам не знаю. Нет, нет. Че? Это уже его внутреннее устройство. А если я не финкал? Сейчас не технические подробности. Возмездие за грех. Нет, какой грех? Мы говорим о Боге, когда еще никакого творения нет. А сам вас, мораться камень, так так вот, цуцу, я вам, да? Остаться не будет, просто остаться. Небо и земля. А небо и земля нет. И что, проще? Че? А сам вас? А до уши? Опа, вот это же близко, Бог свят. Что это значит? А остаться сурка. Знаете, то, что он абсолютно существует, это тоже понятие святости. Входит, потому что он не такой, как мы. Слово святость означает не такой, как мы. Սրբությունը շատ հաճախ նշանակում է ոչ այնպեսին, ինչպեսին մենք։ Դուք ի՞նչ եք ասում։ Այս նուրբ մոմենտը։ Ելավանդ Սիրո Կորոյան։ Մի գրողներ մա ծորտով։ Что никогда не подвергается сомнению. Эти бацарцы писан не чем это, абсолютизм не чем это. Он хороший.
Инка Бария. Он очень хороший. В русском языке есть такое слово «благой». Знаете, это выше, чем просто «хороший». Да, «лавли» на «люд» забыли «барца». Просто «лава». Как вы думаете, какое имя Божье, которое Бог открывает человеку, соответствует вот этой аксиоме? Ես ասում եմ, որ անունն է համապատասխանում Տերը, որ բացում է մարդկանց, որը եւ անունից ո՞ն է համապատասխանում։ Ոչ։ Проще. Проще. Проще, проще. Совсем просто. Добрый, сильный. Ну, примерно, ну что это? Любовь. Любовь. Бог есть любовь. А что цель? Потому что это есть самое благое, что вообще говорю. Это и есть, это есть то, как он существует. Первое, он существует. Второе, как он существует? Я говорю, ничего не говорит. Никакого творения ничего нет. Но как он существует? Отсюда вытекает, кстати говоря, что он троица. Потому что любовь — это отношение. Любовь — это не отношение к самому себе. Сэреса инкасинсандеп арабелюцюнчи. Любовь — это отношение к другому. Сэреса урищандеп арабелюцюнчи. Поэтому сам этот факт, что Бог есть любовь, означает, что он внутри себя сложно устроен. Айн вор эн хангаманка вор аспат сэре, нашанакмэ вор аспат иран нерсум чор дзэвик арусвацкун еспеса. Чигитам, мэн асум асимус калиас ясэм, бац асум инк. Почему не двоица, а троица, это отдельно. Если ничего я спущаю на Америке, сааран земли, не хаймая, и мало чем не спустится. Сейчас мы о другом. Ну, в двух словах скажи. В двух словах? Да, в двух словах. Об этом на самом деле очень много написано. Шата Гарвацлемас. У святых отцов. Хайли не мод. Речь о том, что, ну, понятно, если он строго один, это мэнак, мэн, то не любовь. Инка сэрчи. Если всего двое, это его, один любит этого, а второй любит этого, то в этом нет места ни для кого еще. Это замкнутость. Это абсолютная замкнутость, понимаете? Но если есть вот в этом еще третий, то возникает пространство, возникает круговое движение, не друг на друга зацикливаясь, а движение по кругу. Посмотрите на Рублевскую икону Троицы. Рублевый Андрей, Рублевый икона Троица. Там вот ты начинаешь смотреть в любую точку этой иконы, и взгляд у тебя идет по кругу. И взгляд идет по кругу. Потому что этот указывает на этого, этот указывает на этого, этот указывает на этого. Круг. И в этом круге всегда можно добавить еще кого-то. Круг от этого все равно не разомкнется. Чипов вред, чикан вред Шорджана. Понимаете, да? А сканали от него? Вот в чем дело. Любовь — это такое состояние, которое приглашает кого-нибудь еще. Оно разомкнуто в том, что оно готово принять еще кого-то. Ну, сэр, мне написали, я вичака, вот миш, травилима, мекай, мишин, вот писига, я в мастах свет, понимаете? Ինքը միշտ բաց է ուրիշի համար, ուրիշի ընդունելու համար։ Видите ли вы? Да, секунду, очень важный момент. Очень важный момент. Точно так же, как в первой аксиоме. Առաջի аксиомային նման շատ կարևոր մի բան կա. Бог хороший не потому, что он нам кажется хорошим. Ուրեմն ասած բարի է, ոչ թե նրա համար, որ մեզ տվում է, թե ինքը բարի է. А потому что само понятие благости, хорошести нужно отсчитывать от него. Այլ հենց բարի հասկացողությունը, լավ հասկացողությունը, դրական հասկացողությունը իրա նից պտի սկս, իրա նից այդ գաղափարը, իրա միջոցով այդ գաղափարը. То есть, по идее, когда мы выстраиваем свою систему оценок, нужно идти не путем, вот мне нравится это или не нравится. Это хорошо, это плохо. А нужно идти от другого. Стоп. Вот хорошо – это Бог. Лава, барин, не нас бадза. Это хорошо. Са барин. А дальше как оно с этим сочетается? Это, мерцарца, и шпеса, амагоцакцум срает. Если оно с Богом сочетается, то оно хорошо. Если асцует хамам нема лава. А если оно Богу противно, то это нет. Если асцум дема, нема лав банчи, ватлана.
Հասկանալի՞ք, ինչ, այսինքն աբսոլյուտնի բարին Աստված է, ոչ թե մեր հասկացողությունով ինչը բարի է, ինչը վատ բարի չի։ И это опять колоссальное место преклонения для всех людей. Эталон, можно сказать. Ну, это эталон, безусловно. Да, ну, что эталон, да? Да. И так, что эталон? Но то, как мы... Вот так не метаешь, там, не килограмм, вот так. Это эталон, да, вот это, на цель доллара, а марш ведра, это основные лекции. А если это эталон, это камень. А если это, да, 20-20 комиссия. Աստված էսպիսի մի կոնսուրասոտ է տարունա, որով մենք համամատ մենք մերարածը մեր ընդացը բարյատ է չարա։ Ինչ որս, նասկոլկը դյա նաս էտա կազմի ծիվրովը։ Նորից շատ դժվարատ դաղել համարանկալ եմ։ Просто достаточно каждому внутрь себя заглянуть и увидеть. А мы не касаемся нас на это. Что оценки я расставляю совсем другие. Вот если мы говорим, что надо как-то идем, да вы будете сделать. Понятно, да? А с канала я. Ну, и пока не, ну не страшно. Да, пожалуйста, сапеличи, шанагмы. Мы еще не умерли, нас еще есть. Начинки мэра, жамарак мэнк, что ты говоришь. Абжекай нам акаркер. Видите ли вы, как из этих двух аксиом вытекает, из этих двух аксиом вытекает все творение, которое совершает Бог? Арцок, на контроле от этого самара, если вы аксиом эти, не шпеса, дурс баху, мы сам Бог, чарашча гордитюна. Итак, Бог абсолютно существует. Астат бацапца коэлэн коя. Его существование абсолютно прекрасно. Ինա գոյությունը բացարձակապես քանչելի է, իբրեթիկան не нуждается ни в каком творении. Հասկան նա ոչ մի ստեղծագործական կարիք չունի, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Это тоже очень важный момент. Հասկանալով մոմենտը, потому что стоит нам только допустить, что Бог нуждается в творении. Հենց մենք սկսեցինք մտածել, որ Աստված կարիք ունի ստեղծագործության, как через два логических шага оказывается, что я главный, а Бог դրանից հետո երկու ամիս առաջ լագի տրամաբանական խաղից հետո հասկանում ենք, որ մենք ենք կարևորը, Աստված մեր ծառայելու տարանը։ Հասկանալի է, չէ՞։ Դա մենք կարիք չունի ստեղծագործության։ Դա չի ուշն բարի։ Դա ու իր հետ ստեղծելու է։ Зачем? Почему? Ինչի համար։ Եվով вот чтобы разделить. Вот. Ага, сенсая. Значит, очень маленький пример. Поднимите руки те, кто как считает, что, в общем, испытывал любовь. Ничего не говорит, ничего не говорит, все раз, когда цели я вля, то у меня где-то в процессе. Как чуни? Просто вот цель. Да. Сам кацар цель. Скажите, пожалуйста, когда у вас это чувство возникало? Я говорю, это сгасмука с ее взаимодавача. Не хотелось ли вам? Шейку зон дукарцев. Кричать на весь мир. Как прекрасна жизнь! Инч кайфа, капля. Не хотелось ли вам, чтобы все люди вокруг были так же счастливы, как вы? Человек узнал, мормляться с мастерки, я джанг не знаю. А причем, ведь наша любовь это слабая подруга, Божья любовь. Человек, без сына, мы шат в колокос, с пешным мамой цену, я чехчим, с тарбиряк на остатке сидел. Прекрасность существования Бога настолько, настолько велика, Աստվածային սիրոս հրաշ հրաշալիությունը սկանջելիությունը գեղեցկությունը այնքան մեծ է, что она хочет излиться на других. Որ ուզում է լցվի, թափվի ուրիշների վրա. Хочется поделиться. Ուզում է շեյմ, այս երջանկությունով մյուսների հետ. Необходимо поделиться ещё? Да нисколечко. Апарта, ну, она необходимо сказать. Անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է արդյոք, ոչ, ոչ մի դեպքում. Անհրաժեշտություն չկա. Ոչինչ хочется. Բայց շատ ավելի. Понятно, да? Հասկանալի արդյոք. А дальше очень интересный момент. Это вот так же. Ну, нам хорошо. Вот мы кого-то, в кого-то влюбились, а вокруг полно людей, с которыми мы можем разделить эту радость. А, мирамар давай, сиравлен и чермекин, я в мюсный ряд, король, важный цель, это мэр джангутюн. А с кем Бог будет делиться? С кастлацу мы так и свелю. Нет никого. Больше мэка чека. Для нас было бы непреодолимое препятствие. Мирамар, да, ананцанели, ми банка дэр. Платка дэр, аргель дэр. А для Бога это преодолимое препятствие. Сказ Суамаре, это аргель пешат хэт шат. Не с кем поделиться. Авто арма. Чка вочи гошмека. Сделай. Кстати. Вот так, так происходит твои. А, СПСЛ, сердца горки сюда. Понимаете, что из этого вытекает? А с кем кинча бахум саранит? В чем смысл творения? Сердца горцян и маста, эвитюна. В чем Божье желание? В чем насцо камка? Поделиться этой полнотой жизни, какой, какая есть в нем, льютюна кянки воркасту меч, узма важный активус наверное. С тем, что не, пока еще не существует, с тем, что вот только будет существовать. Значит,
բաժնեցի, որոնք դեռևս չկան, գոյություն չունեն։ Նոր-նոր պետք է ստեղծեն, նոր-նոր պետք է սկսեն գոյությունը։ Показал бы, что проще тебе? Сделай другого бога, поделись и все. Մի երկրորդ հարցը, ի՞նչ է, ի՞նչ դժվարքան կա։ Երկրորդ աստծուն ստեղծի, իր այդ կիսվի ի՞նչ արա։ Чему это противоречит? Ինչին ասա հակասում։ Моя акцион первый, առաջի акциոնը Бог. Абсолютно существует. Бог не может быть сотворен. Астрачика, астрахтвас дими. Понятно, да? Из того, что Бог не может быть сотворен, может существовать только один Бог. Астрачика, астрахтвас дими. Он сложно устроен. Астрахтвас карали. Он сложно устроен, но он один. Инка мега, чинац карбусвацков банчи, бац мега астрахтваца. Поэтому то, что Бог сотворяет, должно принципиально отличаться от него самого. А сколько они чёрт раз вот это стерцаговцелю? Оно не должно быть Богом никоим образом. А ваш мизави на манчине ласту, я в шат тарбер арнелю остаться и говорю. Значит, оно вот по всему этому не обладает абсолютностью существования. А сколько цанкаца стерцаговцун, бацапцак говорюцун чикаравнена. Ну, цанкаковец. И на самом деле не обладает абсолютной благостью. Я вам писал, Линуаев, Наев, бацапцак баричи, ваш мистер стерцаговцун. Понятно, да? Но вместе с тем, это творение должно быть таким, что оно было, что оно должно быть способно воспринять то, что Бог хочет ему дать. А если так сказать, на NPC пидили, мне говорят, анкалу наклили, я ничего раз тоже замотал. Каравана анкалы там еще. Понятно, да? Итак, давайте попробуем представить себе, что означает неабсолютность существования. Эгэ мы кич паткяцэнгин шаштакун воч бацапцак гоицуна, гоярцуна, ну? Гоицуна нала. Абсолютность. Это вот, кстати, Библия говорит, что значит абсолютность. Асцо хоскасмас амас, инч аштакун бацапцак гоицуна нала. Это говорится, что Христос вчера, сегодня и завтра тот же. Фразма Иисуса ерек асьон е вава хавитян нуйна. На самом деле, то же самое и в Ветхом Завете можно найти о Боге. Кайля нимбана гатнер, и нухтум астром асим. Бог не меняется. Осташ чипов. Он как бы во времени и пространстве не перемещается. Он Инка жамана гефта аксанмеш чишажу. Инка бацарцака. Это и есть абсолютное существо. Сая бацарцакуцуна, бацарцакуцуна. У творения этого абсолют, этой абсолютности нету, и значит оно принципиально меняется. Ստեղծագործությունը այդ բացարձակությունը չունի։ Դրա համար միայնիցա։ Միայնից։ Դրա համար նա փոփոխության արդի է դարձել։ Ну, изменяется. Մեր կարող է փոփոխի շարժումը։ Меры движения, ну, просто вот чапсера բանի, փոփոխության շարժումը։ Это пространство и время. Science, ժամանակն ու տարածությունն է։ А пространство и время это способ описания материи. Ես տարածությունը եւ ժամանակը սա մատերիայի բանի описание. На карагрутян замерли. Поэтому. Методными. Поэтому тварный мир, он по преимуществу материален. Драма стерцагурцвац ашкара, стерцвац ашкара, материалла, материал. Ютакан. А Бог, как вы помните, Бог есть Дух. Из кастрац еще мы вчера остался в Кие. Итак, творение принципиально отличается от Творца. Ураман хан стерцагурцвацунов, сказбун корен, тарбервума, стерцовиц. Бог есть дух. Аствацокия. Творение прежде всего материя. Иска стартагортуцуна. Гимнаканом арачин артин нюта. И еще один момент. Творец, творец всегда выше творения. Араличам миш, аральвацит барцера. Так же, как художник выше своей картины. Ишпес варна калича, ира на калича, а вони барцера. Понятно. Асканалича. Вот. Но Божья задача, чтобы это творение каким-то образом смогло соединиться с Творцом. Բայց աստված խնդիր ուներ, որ այս ստեղծված արարվածը ինչ որ ձևով մոտենար աստծուն։ Значит, если оно сотворяется очень сильно ниже своего творца, ну, в принципе, это же пропасть. Եթե նա շատ ավելի ցածր աստծուն իր աստեղծողից, այսինքն անդունդ կա իր մեջ, то оно должно быть способно расти. Եվ դա իրոք այդպես անդունդ կա, բայց այս սա պիտի այս ստեղծագործությունը պիտի նարություն ունենա աճելու։ И это принципиально качество всего творения. Евса амбоштер тагортуцян, урема воракна. Оно не пять, а оно становится. На мянкамис аз варкянакан чи дарну, ай камац камац ачума. И это мы видим
В самом начале Библии. Эс газбисат, эс мой кастопоский меч. Когда идут вот эти дни творения. Эс орера варганумен. Не так важно, сколько времени эти дни продолжаются. Короче, эс орера кани ишан жаманак атваза кашун. Как важно, что идет поступательное изменение, идет рост творения. Эс мой гора ачага, но процесс ажа. Однако дню идет рост. Орит. Идет, как бы сказать, повышение сложности всего. Процесс эспес заргацума гэнум, бартуцян ача гэнум. Понимаете, потому что, ну, так сказать, элементарные частицы, они элементарные частицы. Те, бана, элементар мастикнеле. Но сложность, скажем, организма животного и человека, это совершенно невообразимо. Бац гэнтану, кам барту организми, бартуцюн, а ерева кали. Чем сложность каких-то неодушевленных организм. Кам инчор ашунч арарканери, ясен бартуцюн. То есть Бог в творении запускает какой-то механизм, и Он сам в этом участвует, повышая сложность творения. Терастанцы карцес сердцагорцян меч ми механизм ходикцун, ора явинктан бастакцун аяргет горцин, я веспес бахцун аяспес бана, скабали заргану, заргану бани. Потому что, вообще говоря, Бог бесконечно сложен. И принять что-то вот, для того, чтобы принять что-то от Него, в творении должен быть соответствующий приемник. И вот на протяжении всех этих, невозможно, неизвестно, скольких лет, сколько существует, Вселенная. Бог выращивает вот эту самую сложность. Эту самую антенну. Приемник для своего дара. И когда в материи подобная сложность достигнута, Бог совершает еще одно дополнительное действие. Եվ նյութի մեջ բավականաչափ էս բանը մակարդակը ոնց որ լրացված է, Տերաստվածը արդեն մի բան էլ է, մի ստեղծագործություն է կատարում, մարդուն է ստեղծում։ Բայց դա потому что Бог есть дух. Որովհետև Աստված հոգի է, творение есть материя. Իսկ ստեղծագործությունը նյութ է։ И чтобы связать творца и творение, нужен кто-то, кто будет одновременно и материальным, и духовным. Եվ որպեսզի միավորեն այս երկու բացարձակ տարբեր բաները, նյութը եւ հոգին, մի մեկն ապետ, որը եւ նյութ լինի, բայց միաժամանակ նաեւ հոգի լինի. И это и есть библейское определение человека. Եվ հենց սա աստվածաշնչյան մարդու աստվածաշնչյան նկարագիրը. Бог взял человека из праха земного. Աստված հողից վերցրեց մարդուն. Вдохнул в него дух. Փչեց իր աշունչը, հոգին փչեց մարդու մեջ. И тем самым человек стал живым существом. Եվ մարդը դառավ կենթանի душа живая, на любезном языке это значит живое существо. Кентани окей, на шакма кентани арарац. И человек единственное существо, вот по образу и подобию Божьему сотворенное, обладающее духом. Եվ մարդը միակն է արարածներից, որ Աստծո նմանությունով եւ պատկերով ստեղծվել է, որը հոգի ունի իր մեջ։ При этом человек может выглядеть как угодно. А եւ այդ ժամանակ, ոչ թե այդ ժամանակ, ամեն դեպքում մարդը Кара инч зеви теск узнал меня. То есть понимаете? А скажем теска капчунели, инка окия и магина. Если вдруг через сколько-то там лет исследований космоса обнаружится какие-нибудь там существа с шести щупальцами, и они будут существами духовными, то придется призвать их человеками. Это я сейчас подкидываю, говорю, ничего. Ինձ տարիքանստի եսի միշտ գտնենք 6 ոտաների 5 գլխանի բան, բայց հոգևոր լինի, ուրեմն մենք դրանց մարդ ենք ունենք որպես։ Понимаете, принадлежность к биологическому виду Homo, оно нашим каким-то внешним видом, допустим, генотипом определяется. Ուրեմն այս կենսաբանական մեջ գոյակցությունը, որ Homo-ն ասում, չէ՞, Homo sapiens։ Այդ մեր մեր կենսաբանական տեսքն է, որ մենք ունենք, но принадлежность к библейскому понятию человека определяется не этим, а соединением материи и духа. Так вот, но человек – это существо, принадлежащее тварному миру. Марта, стерцагорцюцян, стерцвац ашкалина,
И поэтому он тоже включается в этот общий процесс становления. Рамаль Мартинка, айт амбош горцентаци на негуцун, горцентаци меч, спец зарганалу ачеру. Возрастание к чему-то такому, где он сможет стать реально вот этим соединительным звеном между Богом и Творением. Միավորով բանը օղակը Աստծո եւ մնացած ստեղծագործության միջեւ, потому что всё в творении находится в процессе становления. Вот это ստեղծագործության մեջ ամեն բան այսպես աճելու է, всё в творении движется, изменяется. И значит, каждое человеческое существо тоже. Ամբողջ ստեղծագործությունը շարժվում է, զարգանում է, այսինքն մարդկությունն էլ նույնպես. Всё понятно, да? Так и человек, значит, у него есть какой-то свой вот этот вот путь возрастания. Марта Нунилауи Маджелу. И как творение мира в Библии разделено на какие-то вот дни, этапы, точно так же и вот в этом возрастании человека мы точно так же можем выделить какие-то этапы. Марту, и чего если Стерцагорцы что-то не кани варили обожжаемать, а не если Марту, улема из Аджелла, кажется, с Менкаровым не кани этапными обожжаемать. Интересно, что этот механизм, как бы так сказать, вот, возрастания живого существа, он отработан еще до человека. Еще до растения, до животных, Бог уже этот механизм отработал. Оно все растет. Но у человека есть некоторая специфика, связанная с тем, что он духовное существо. Мы уже совсем близко подошли к нашему предмету. Давайте посмотрим, на какие этапы мы можем, собственно, разделить это самое становление человека. Как вы думаете, какой первый этап? Внутриутробные. Այսինքն բանի բանը ոնց է эмбրիոնալ հա հարգանդերսում է բանը ոչ ուտրոբոտրոդիմացի մոր արգանդում որի մեջ ժապոր как мы называем второй этап երկրորդ этапը рождение нет это событие а младенчество երկրորդ этапը բանը մանկություն младенчество я не знаю как по-армянски մանկություն да младенчество потом Потом детство? Да, значит, младенчество это не детство. Это что? Дальше. Ну, мы, в принципе, выделяем там, подростковый возраст. Это банник, потанник Аркан, Тарикный Гарвархасну. Дальше юность. Это Гейдазапутюна. Да. Дальше зрелость. Это Асунизуна. Уже взрослое состояние, это зрелость. Ну, дальше, может быть, старость. Это Тарикцюна Микуце. Ну, у нас, к сожалению, ситуация уже, как бы, так сказать, условия грехопадения. Сало, кстати, мягкий баджар, он нанцы я вичака. Когда все это потом идет в смерть. Вот это гальмар, это мало. Но это не то, что было в замысле. Пальца то еще раз, что галапали мне сказали. Но вот это вот возрастание человека к зрелости, к полноте, проявление человеческих качеств. Марка и нам Бог, чанцы и хайдганаса, а что галапали мне. Да. Ну, давайте, вот мы подошли к тому, что тогда есть Как вы думаете, какой, что есть возраст и детство? Ничего карцун, мангутюн, асадов, ничего карстану. Аса, ну да, возраст детства. Ничего карстану. Ежанели буча. Хорошее состояние, так облаженное. Нет, конечно, хорошее. А яркое, да. А возраст какой? Старика. Вот как кого бы вы назвали этот смех? Кого? Фокерт. Он моя хорошая. 12. Ничего, Тасер.
Nejvíc dáte na divi. Nego co jiné, tam tu je pojď nás mnoho. Půjde, kámo. Osím. Vizem, sem, sem. Значит, ну на самом деле уже на самом деле надо лезть в Библию. Какие проблемы астрофоски мы махапчуем? Все-таки потому что мы это можем как угодно разделить. Вот это мы вам знаем, как важно, да? А интересно все-таки, как это делалось, например, в народе Божьем. Если так, я еще раз говорю, царство живет между Акатаном. Израилем астрофоски, понятно. Значит, на самом деле, если мы заглянем в Ветхий Завет, это Енохтов, да, и? Там собственно говоря, детей в смысле возраста очень мало, почти нет. Ереха аскацовуцюна тарикай нармов, а мэрэчка гуцючуни. Тарикай нармов, да, есть. Слово «дети» там есть. А скажем, ереха варак. Но это обычно, понимаете, там. Дети Иакова. Кажется, с ним вовки, ереха. 12 сыновей, асэрку, вовки, ереха. Из которых одни уже успели другого в рабство продать. Там, Лорен Сартен Легин Цахелен. Мы сотворяли кучу сексуальных преступлений. А, Саракан Карки, это все дети. Сагурцун, да, это все дети. Пацан Ереханэ. Потому что это слово «дети» означает потомство. Ерехан Шагма Сэлюн. Не о возрасте. Сэлюн, вот это Алихайнарму. Оно совсем не о возрасте. Вот. А в возрасте есть слово «младенцы». Иск тарихи откапаться, а это чего там это вон сосен мануки, я. И есть мануки, да. И есть одно замечательное место, всем хорошо известное. Это и в Исаии, 7 глава. Исаия Теодорух имеет, где идет пророчество о Мессии, о том, что вот дева во чреве. Имя родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. И дальше говорится. Որտեղ խոսում է ուրեմն Մեսիայի գալուստի մասին, ասում է հույսը կհավանա, չէ, կծնի եւ անունը կդնել Էմանուել։ И там сказано, прежде нежели младенец всей, значит, добрая, начнет, да. Я бы догадался, вот начнет отличать худое от доброго и начнет питаться молоком. И катиска такой. Вот это говорится о младенце. Младенцы это те, которые питаются молоком. И которые не могут отличать худого от доброго. Мы все не умеем отличать худого от доброго. Здесь не об этом речь. Здесь не об этом речь. О том, что в младенческом возрасте все ребенком воспринимается просто как опыт. Որ մանկական տարիքում ամեն ինչ երեխու համար, մանուկի համար որպես փորձ արկանում։ Это ещё не оценочный. Սատերբենատական չի։ Բնատական մոտեցում։ Он всё воспринимает как опыт, происходящий с ним. То есть ему можно приятно, неприятно. Սա ինքը համար փորձ է, կարա հաճելի լինի, կարա թաճել լինի։ Но хорошо это или нехорошо? Ас լավա թե վատա։ Приятность, неприятность. То есть, он еще пока не различает. Это только потом возможность уже у него возникает назначать что-то хорошее, а что-то плохое. Это реально вот на улице Рачанун, я могу стать веснелю, вот на Бали, я могу на Чар. Ребенок плачет. Или хрен на Цума. Ребенок плачет, может плакать от чего угодно. Когда на Цуме не учится, он остался. Он может плакать от того, что ему плохо, он может плакать от того, что ему хорошо. Это способ привлечь к себе внимание. То есть это не означает его оценку происходящего. В более старшем возрасте уже другое. Значит, дальше. В общем-то, в Ветхом Завете мы не находим понятия об отрочество. И ну кто, вот сорт это с пацаны кунцян. О подростковом возрасте. Пацаны кунцян это тарики. Да мне подростковый. Амаля банчен гитлен. Значит, понятие юноши есть, но обычно в отличие от старцев. Да, это банака, бац, вообще, хам матумен церели, но тем не менее, юноша это уже взрослый человек. Бац, пацаны, я это сардастой, вовсем мэц марцун на катюме. Но вот подростков там, в общем, не существует. Вы сказали, что подросток хайлен карты от Барбара? Анчапас, Афрес. Анчапас, Анчапас, Деррагас, Дерранчика. Слово «отрок» в Библии есть. Немного раз. Патанишат, да? Это в русском переводе. Я не знаю, как в армянском. Да, да.
воду. Но это слово на языке оригинала может означать очень много чего. Это многозначное слово, которое может означать, например, сына, слугу или раба. То есть по смыслу получается, что слово «отрок», еврейское слово «отрок», означает «младший». По сравнению с тем, кто есть старше. Не обязательно по возрасту, но по положению. Отрок – это дети. То есть отрок – это тот, кто меньший. Это не характеристика возраста. Понимаете, когда в Евангелии рассказывается о том, как вот этот самый какой-то там офицер пришел к Иисусу с просьбой о исцелении кого? Значит, в одном случае говорится слуга, в другом случае там говорится отрок. Там. Вот поди пойми, кто. Меньше. И поэтому Исаия, помните, вот отрок мой, возлюбленный мой, которого я держу за руку, помните, да? И это пророчество о Мессии. О царе из рода Давидова. Это не о возрасте. Совсем не о возрасте. Понятно, да? Как же такое детство-то определяется? Похоже, что по Ветхому Завету детство – это то, что до взрослости. И ну кто вся, прямо манкуцюна, дами, я мичака, говорят, тайма, минчев, Хасунитюна. А как вы думаете, когда есть взрослость по Ветхому Завету? Из Хасунитюна я паскисву минюхтун. Когда три версии Гамма говорит до 12 лет, это обращение. Мусульмане говорит, когда начинают возбуждаться в доброе слово, это только начало детства. И когда? Когда от молока... Нет, это начало детства. А до какого возраста? Я разумеется. 12-13. Потому что это событие и для мальчиков, и для девочек. Вхождение во взрослость. За уровнем вичагет, те тканели тяжкнявар, вольдам губкейн горцун, асумлицан шорджан. Сейчас увидите почему. Помните ли вы, какая есть самая первая заповедь, которую Бог дает человеку? Пишем мать Марту Товарца Авачи Патвианова Медасу Помнится. Асек. Ванна. Самая первая. Че-че. Цинтана Беспал Цанкаса. И самое главное, самое первое. Гошта Амака Хаура. А че сеге возмоцеки. Плодитесь и размножайтесь. Не обладайте всей землей. Лев Амбош Ашхарин Тирек. То есть, призвание человеков в том, где, как человек соучаствует с Богом в росте творения. Марту, среди всего прочего. Платиться и размножаться. Марту Кочума, ворписи Эпсахсагурцяна Маснакистини, а чем я возманал? По Ветхому Завету, физиологический возраст, когда человек обретает способность платиться и размножаться, это 12-13 лет. Марта Варафтен Кара, а чем я возманал, физиология Эпсахсагурцяна, не сатасипутасили, карекана. То есть, в принципе, человек по физическому состоянию способен выполнять первую заповедь Божью. Понятно, да? Это уже возраст. Но понятно, что просто физиологического возрастания недостаточно. Давайте посмотрим, что с этим возрастом связано. Что с этим возрастом связано вот по Ветхому Завету. В этом возрасте мужчина и женщина
могут быть бомжевицы. Это Аликон Тавамахтеев и на Каровой Намуснана. То есть, во всяком случае, может заключаться брак, он может реально, так сказать, произойти позже. А мы даже заключаться брак уже можем. Арай Нафтен Паймонагиастов в Саканеи. Այսինքն այդ սարքը մարդիկ արդեն մտի հետ հասկանալ։ Ещё один шаг в сака. Ещё один. Мужчина в этом возрасте. Тогда марта этот тариком присоединяется вообще к мужчинам. Ընդհանրապես մի մտնում այդ տղամարդկային հասարակության մեջ, он вместе с мужчинами, уже не вместе с женщинами, а вместе с мужчинами посещает храм. Инка Артен в Аранзин, Тарамаркан, Цепь, он входит в ту часть храма, куда есть доступ мужчина. Вот на Майн Хатваца, Таджари, вот это Мьян Тарамарки, Карлайн Мартнен. Пока он этого возраста не достиг, он туда не имеет права. Он человек Тарика, я на Цепь. Он вместе с женщинами. Канан Цепь, он в России, да, понятно, да? А в те времена, когда появляются синагоги, скажем, если я форс синагог не реактенск с этим арачана, человек в этом возрасте тарики, имеет право и обязанность артен иравун кунер я в партаворуцюн унер в собрании гавакути меч читать и истолковывать писание. Картал я в мекнабанел астрофоска. Как взрослый, как всякий взрослый человек. Ишбес амен хасун мека. Понятно, да? Понимаете, какие, что это все-таки должно чем-то и как-то обеспечиваться. А сказать, что Банов ведь опаузвет, ничего это далеко. Еще раз. Обратите внимание. Действующих лиц детского возраста в Ветхом Завете практически нет. Коснаканорен, покер талики, если с Банов талики, горцов анзинки, нухтун чка. Это же вара как-то. Значит, если даже какой-то детский персонаж появляется, это еще покрик, речь идет о том, что он вот пока он готовится. Он потом, когда он станет повзрослее, он начнет работать. Понимаете, Бог углядел пророка Иеремию еще в чреве матери. Еремеян даревал себя может половину чести. Он его убедил. Тераспаца. Но призвал он его на служение, когда тот уже стал взрослым. Пять кончать, я говорю, а ты никого не знаешь? Он был еще очень юн. Там языки был очень. Да, Иеремия был очень. Иеремия был очень юн. Шат я и та сам. Но Бог ему говорит, не говоришь, я пошлю тебя. Пять смотри, я спец куварки. Остаться Еремеян на смотри спец куварки. Но уже был взрослым. Пять кавтен метит. Похоже, что когда происходит призвание пророка Самуила, я знал, что Самуэль Маркарей истории. Когда он прислушивает первосвященнику, и Бог призывает его, значит, Самуил спит, да, и вдруг слышит Самуил. Он бежит к Илию, к первосвященнику. Говорит, вы меня звали? Он говорит, я не звал. Значит, второй раз. Я говорю, Канка. Или человек опытный. Я говорю, на операции Мартинделов. Если это будет третий раз, то это тебя зовет Бог. И отвечай так, говори, Господи, его слушайте. Похоже, что Самуил в это время еще ребенок. Я могу Самуэля Джамана Ерехали. Там ничего не говорится. Чига, чихос, чига, тарикима, симпатия, лемайка. Но он ничего, вот призывает его Бог, значит, встречу с ним как-то происходит, но ничего дальше Самуил не делает до тех пор, пока не становится взрослым. И тогда он становится судьей Израиля, потом он оставляет царей, в общем, то есть детство по Ветхому Завету это четкое время приготовления взрослости. Асинкан макуцуна инухти тесанкюнис саби шуджана воно патраствума марта аснелу мартен хасун кянки хасун тайка горцунаитян мети горцунаитян. А когда уже взрослость, то там почти не разбирается какого возраста. Если это артена тасуицуна кай тайка я кончи. Вот тайка вас. Иисус Навин и Халев, они совсем пацаны по нашему. Хесун я в Халев мальчишки. Мейш Банов культура и межрасовая, понятно, да?
Давид, когда его призывают на царство? Давид, а я вор, кончилось до пяти, как вор не люблю самое любимое. Мы привыкли к тому, что он очень молоденький. Знаете, все люди. Его шады и тасады. На него однозначно больше 15. Кайц Асканаре, вот Асканаре, вот Асканаре, Кайц Барцеленко. Значит, у меня там, когда я об этом в Новосибирске рассказывал, мы спросили, а как вы думаете, а как Иосиф? Я не царство с ним, а Иосиф Примас, не очкался, с Новосибирского космоса. Ну, как бы там опять указаний нету. Я опять чекатал. Я просто вспомнил. Когда его продают в Египет, первое, что там с ним делают, помните, жена Патифара начинает его соблазнять. Я Понятно, да? То есть так или иначе, вот все это вылезает на более старший возраст. А у нее секундмейца сакима. Возраст действия начинается уже. Корцунельцам. Уже после барницы. Талика, барница и это я. И тогда. Что же еще происходит, кроме физиологического взросления вот до 12 лет? А это физиология канасунцам. Паци, Элин Чакатарун, Минчевет, Тасерку Тарекана. Опять, глядим Ветхий Завет. На Энкин Ухтин. Есть отрывок, который говорит об установлении праздника Пасхи. Затыки Эткалпац, Урамахатвацка. Есть в книге Второзаконие, где говорится про молитву Шма. Граца Лош, Василий Свайбет, Эльфани Масин. И в обоих, в обоих этих местах очень четко говорится об обязанности родителей по отношению к детям. Левантар Граца. Թե բաները, ծնողները ինչ պարտականություններ ունեն իրենց երեխաների հանդեպ, այդ երկու հատվածներում հստակ դրված է. Воспитание ребёнка самого младшего возраста. Ամենափոքր հասակի երեխայի դաստիարակությունը в изложении ему священной истории Ветхого Завета. Նա ներկայանում, որ իրեն պետք է պատմեին սրբազան պատմությունը, որը հինուխտում դրված է. Папа должен сыну, ну, женщину еще. Айда, ворцун, ты парза, вот канали. Но папа должен сыну. Айда, ворцун, патриасэш. При всех случаях рассказывать про исход. Сам кацат, я учаком, патриа, девки маси, елицы, твордели, просто из дусы, кама, девки маси, патриаш. А рассказывать про исход, это значит рассказывать про договор, про завет. Девки маси, хосалы, санашанакума, ухти маси, хосалы. А рассказывать про договор, это значит излагать весь закон. Из кухта кухта патмела поймана гирастует сам вождь оренка патмельный. Поэтому все эти 12 лет ребенок воспитывается в законе Моисея. Мовсеси оренки меч амецану это рехен. Да стиляку мать оренки меч. Я говорю в идеальном случае, как оно должно быть. А скин са спец пятилинер амен дырку. Понятно, что грехопадение еще никто не отменил, поэтому все идет не совсем так. Но в принципе, это одна часть воспитания. То есть, во всяком случае, вот это вот, как, то есть, обращение внимания на то, что Бог считает правильным и неправильным, и это на уровне закона Божьего. Это и есть благочестие, это и есть отношение с Богом. Это то, чему в первую очередь учится ребенок. Сайр арачертин эрехай меч мацавун. Это один момент. И второй момент. Ну, я думаю, вы все себе представляете, что в те времена булки на дереве не росли. Парда, урежаманак, царь игра, хацеры чей начун. Значит, и в магазинах чупа-чупсы не продавались. Я чупа-чуп чей захан хамутнер. Понятно, да? Асканалия. Жизнь была очень трудная. Кянка шар. Просто домашняя жизнь. Хэнс, танекан кянки мастахосты. И ребенок с самого раннего возраста, так или иначе, в эту реальную жизнь включался. А что значит включался? Значит, ему что-то могли поручить, какую-то часть. Реальную. Понимаете, не просто учись, а потом ты будешь жить.
Нет. Хотя, вроде как, смысл именно таков. И маски дали, нет? Живут уже потом. Это в детском возрасте как бы не живут. Марка Гатарикум, Патрастумена Прою. Но тем не менее, ребенок участвует в реальной жизни дома. Երեխան ներառվում է, ներգրավված է այդ ընտանիքի իրական կյանքի մեջ. Это значит, его нагружают потихонечку ответственностью. Կամաց-կամաց պատասխանատվություն է ինքը սկսում ավելի ու ավելի ստանալ. И поэтому к возрасту взрослости он подходит, որ հասունությունը մոտենում է իր. Во-первых, наученный в том, что такое слово Божье, что такое закон. Артем Соболяц, Амину, Минча, Асцо, Оренк, Асцо, Хоска. И это главная часть образования. Са, Амина, Даст, Реакцион, Амина, Карвел, Масна. И второе, Егрорта, он уже научен тому, как нести ответственность. На Артем Соболяма, Патаскарату, Лидер. И тогда это значит, что он может быть взрослым. А теперь на Артем Карамбет, Лидер. Это значит, что он может вступать в брак. На Карамбет, на Артем. Потому что он способен принять на себя ответственность и за себя, и за другого человека. Вот это на артен кунакуцин они патасхату лидер те ира, те уриши хандер. Что есть с Божьей точки зрения, брат? Брат? Брат. Вот это хэнц астоте санкюниц, а мусницюна нашанакун. Это не просто там воздыхание. Вот что там с... Не просто влюбленность. Си арватюцюн ай вахбуха. А это принятие на себя ответственности за жизнь другого человека. Был верстумес патасхандлюцюн, уриши кянки хамар. На самом деле взаимные. Ну, я тебе похадавца. Там в основном говорится о мужчинах. Ну, хамарт у нас на имя Гаунхоска, бац, похадавца асканале. Это патасхандлюцюн. Понятно говорю, да? Асканале, хосун, ты вот. Может, перелив сделали? Сейчас сделаем, я иду как раз и хочу сделать. Понятно говорю. Асканале, хосун, я тебе... Вот, в Ветхом Завете. Асканале, чья, шапец, да, танцы. В Ветхом Завете. Вот, подожди, вот. Верчипа, я скажу по-армянски. Основа это Арачи Хатварца, это Асцоренки и Усуцунды, Рамена Голховор, Евкара Урагуйна. Сраят Миасин, Эрехен, это на наш котанк Терриран, ну, Манасин, Эртану, Мхаунт, я сейчас бы тема горца, а скинет, вот это Жаманак, Ченген, Мхаунт, и Цацарну, Муту. Мартин, ты для Церро, Виракян, Хастерство, ну, это Эрехен, Миште, Драме Чеш. То есть, покрыто, это Мецмец, я Викартен, а скажем, его Батаскан, Вицунника. И что, Мивани, Андер, ինքը ասենք անասունի պահի կամ հաց ալում սարքի կամ ես ինչ հասկանալ է ջուր բերի բան այսինքն ինքը պատասխանատվություն է սովոր քանի մեծանում էր դեպի այդ հասունության տարիքին պատասխանատվությունը մեծանում էր արդեն այդ տարիքը որ գալիս էր ֆիզիոլոգիական ինքը կարող ամուսնանալ սկսեց սեռական հասունության հետ ինքը պատասխանատվություններ ուներ եւ ամուսնությունը արդեն պատասխանատվություն էր որ կարող վերցներ ուրիշի կյանքի համար ոչ միայն ֆիզիկապես ինքը կարող կոպիտ ասած քները մարդու հետ այլ նաեւ պատասխանատվություն էր վերցնում այդ մարդու կյանքի հետ կապված ինքը սովորել էր դա թե աստ օրենքով էր սովորել, թե նաև պրակտիկ կյանքով էլի։ Հասկանալի է, թե չէ։ Хорошо. Да, самое время сделать перерыв, здесь проветрить, наверное. А вы подумайте, придумайте вопросы какие-то. Има тут камазаши, ханистер на котлатов. Где что такое царапы? Если хавцка, если еще банер камазанчик повыше, на тазе горе сахо сам царапы. Потому что мы дальше, в следующую часть, начнем с ваших вопросов. Вот я хочу память тоже. А? Тоже. Да, да, да. А, можно да. Есть какие-то вопросы? Как ты думаешь, Андрей, как было насчет свободы слова в этом завете до совершеннолетия? Как же сказать, до последнего? Прошлый завод. Какая свобода слова? Инчи Паснафоска, инчи Разумковский Азовчан. Паснафоска. Банават Канац. Инчи Паснафоска. То есть имеется в виду, что в доме ребенок имел право голоса проводить? Ну, ну как? Ну, поплакать можно. Ну да, это правильно. Это надо. Не то, что там решающего голоса. Я не ворошить, ворошить зан, может мне не ворошить? Занчуне, не из кого так цакан занчуне. Ну поймите, если внимательно посмотреть, там в основном, как бы сказать, не считая женщин и детей.
Եթե ուշադիր նայեք, ընդեղ ասում ասում, նորովի մեջ են, չաշված երեխաների և կանաց, հիշում եք էտի։ Սա արդեն ամեն ինչ ասում 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 ա Это действительно очень серьезная вещь. Шатно в частности. Ветхого Завета. И ну кто это копает? Ребенок, вот этот вот, до возраста 12-13. Ничего, тасель по таре там, ерехан. Это, как бы сказать, это существо в доме. Та ничего, мэк на там мэч. Незначимое. Аннышан мэк, айо. Анкаре вот. По отношению к нему у взрослых есть обязанности. Я это копать, мецеле, у него парта кантюнер. И это обязанности касаются его физического и духовного воспитания. Парта кантюнер кантюнер, вот эти даст иляке физика пейсе хокевор. Потому что понятно, что без участия взрослых ребенок его не достигнет. Это хасканля, вот это цуновнеле чамичамате, ерехан чи арчи, чи мецана. Но у ребенка есть свои очень четкие обязанности в доме, которые описываются в пятой заповеди. Я говорил, что в первую очередь ребенок воспитывается в законе Моисеева. Главная часть закона Моисеева – это 10 заповедей. Ամենակարևոր հատվածը Մովսեսի օրենքի 10 պատվիրաններն էր։ В самом центре 10 заповедей стоит заповедь «Почитай отца и мать». 10 պատվիրանների մեջտեղի պատվիրանը քո օրը և մորը պատվիրն էր։ Так что без вопросов. Այսինքն հաշ չկա ստեղ։ Հասկանալի՞ է։ Это очень существенная вещь, когда мы будем говорить о... Շատ կարևոր բան ասել։ О Новом Завете. Եթե նոր ուրբի բանասին խոսենք, что здесь кое-что меняется. Сейчас катастрофа, говорю, ворож вам попал. Здесь кое-что меняется. Ну, конечно, не в сторону ювенильной юстиции, про которую вы все сказали. Не знаю. Это то, что если ты сказал ребенку, что он обалдуй, то он может набрать номер телефона, они к тебе приедут, и тебя скрутят и посадят. А синкана изверчин, оректерим, чеховского, релаканира, тоновенька, да, тарантаева. Смотрите, шват, шат, банет, попфмана, рут. Смею вас заверить, в Новом Завете ничего про это нет. А можно отверять, но руку не знаю, что говорят. А про ветхие говорить не приходится. Ну, Климат Сынович, я вас уроду. Еще раз, по Ветхому Завету очень важно понимать, что вся суть жизни ребенка до 12-13 лет – это приготовление взрослости. Ульяман, гимнакан Митта Саэль, Рожи Минухтов, Ерехан Патрастнубель, Асунюцян Тарикин, Եվ իր ամբողջ էությունը նպատակ դաստիրակության իմաստը սա էր, պատրաստել 60 տարեկան երեխան։ Եվ ուչաստի վ ռեալնի ժիզմի դեմ իրական կյանքում, ընտանիքում իր մասնակցությունը իմեի սմսլ տոլկը կակ իվ ուչաստի վ պրիգտավլինի իմաստ Девочки должны научиться готовить, Значит, мальчики должны научиться истолковывать Слово Божье. Помогать жене по дому в том, что требует действительно физических нагрузок. И научиться какому-то делу, ремеслу, я ну, шор, например, от отца. Айо, я виншор, пан арест соворей, янтадэнк хор арест орнаккарайн соворей. В Евангелии от Иоанна есть замечательный момент, когда Иисус говорит, ну как может сын чему-то научиться, если не увидит, как это делает отец? Иисуса говорит об этом, асма, ишпес караборти ничор панани, это читаешь, ну, говорит, пана или айна. Мой отец все мне показал. И поэтому я делаю то, что делаю. Дамали со мной ничего не там. Ну, все вокруг стоящие понимают, что он плотник, сын плотник.
Եվ սա փոքի նրանց նա հյուսը նա հյուսնի ոտի։ Так ещё. Какие шансы? Тут хорошо. У нас церкви, я не знаю, как у вас, у нас церкви, когда вечер, говорят, мужчины говорят, ты хозяин? Спрашивает. Хозяин чего? Она задумался, ты? Ты господин, господин? Чего господин? Ты баб, чего господин? Господин, а вы? Господин. Спрашивает священник. Господин или нет? Жене твоей. А о богословии детства, а не о богословии брака. Разница понятна? Когда мы будем говорить о богословии брака, я врагац, а мы стучан на вас. Когда мы будем говорить об этом? Учиться. Это смысл того, что ты говоришь, что ребенок научается иметь ответственность за жену, за это как. Значит, я говорю о том, как это в Ветхом Завете. И это связано с укладом жизни в Ветхом Завете. Я схожу с Минухти Меджа, Винчпеса, Минухти, Тянки, Парагана, Ветка Фунда. Как распределялись роли в семье Бажаму, Ганска, Общественнера, Асаракан Медж, Винчпеса, Интерера, Бажаму, Ганцежа, Манакурносна. Значит, когда приходит Христос, когда появляется возможность жизни во Христе, я говорю, что Иисуса я а не в законе Моисея. Христос имеет кстати, она давно просто мосты саканули кинеч. Тут появляются какие-то совсем другие. Никакие уриша пути. Уриша на базе, уриша на вот сюда не стоит. Во Христе нет ни мужского, ни женского, и это я очень. Христос имеет. Это очень непросто понять. Я в дашад даже вода сканару. Это не значит, что я имею в виду, что теперь все должно быть наоборот. И на кадычуна, говорим о подиканикане, тот рамартука лухеста на кадычуна. Я вовсе это не имею. Сюда вас ничего после. Просто давайте иметь в виду, что на катьявек, вот что Новый Завет, который что меняет. Но рух-то все-таки еще не вам плохо. Значит, ничего из Ветхого Завета как бы просто так не отменяется. И рух-то чьи верятся? Но оно превосходится. Давайте еще поговорим по вопросу о детстве. По вопросу о детстве. Хосенька, ману, перед. Поговорим. На масин, Հրժայլա չէ, ինչ որ մի անհնազանդություն ցուցադրելա, չկան ընտանիք, որ ասենք իրա երեխուն այդ բանը չի սովորեցնում կամ երեխուն չի ուզում։ Ինչա չի սովորեցնում։ Ապա իրանները օրենքը եւ այլն։ Ինքը ասաց, ուրشادի չէր, ասաց, իհարկե մարդիկ մեղավոր էին, հնարավորա որ կընծերներ, ասում է, բայց իդեալական բանը դեսպոտ իներ, այսինքն աստուքը հավարը տանիքի մասին ցենս պինը։ Եղել ապնական։ Ինչ տանը հետո կարապաշտ էին դառնում, չգիտես ինչ է ինչ արի։ Կարապաշտ են դառնել բանը նաե Хорошо. Там он еще один просто. Значит, ну еще просто несколько таких примеров из Ветхого Завета. Ну, например, мы совершенно не так, как люди вот Ветхого Завета читают историю про жертвоприношение Исаака. Мы ойнакл берем, ойнак Исааки зоհի մասին, որ մենք կարդում ենք, մենք լրիվ ուրիշ ձև ենք կարդում, Հենոխի մարդիկ լրիվ ուրիշ ձև ենք կարդում. Ախ, ребёнок, как же так можно? Ասում, վայ, ոնց նա որ երեխուն տանեն, մորթեն բախու. Для людей из Ветхого Завета все было не совсем так. Кроме всего прочего, судя по всему, Исааку в это время было уже больше. Երեւիսակարտեն 13-ի ծամսը այդ ժամանակ ու ռեզուլտատի ուչաստվում էր դա։ Եվ ինքը մասնակցություն ունի դրա մեջ։ Ինքը ռեբյոն։ Ոչ թե որպես երեխան, ոնց սին Աբրահամ։ Դա նա послушен Աբրահամի երեխան է եւ դրա համար խոնարհած նա ու ուչաստվում է в происходящем на самом деле как взрослый человек։ Բայց ինքը մասնակցություն ունի որպես արդեն հասուն մարդ։ Это очень существенно։ Սա շատ էական բան է։ И на этом, кстати, очень много во многом сейчас строится богословское отношение к Холокосту, вот, к геноциду евреев. Потому что нет на самом деле еврейского богословия сейчас без сопоставления Холокоста и жертвоприношения Исаака. И вима галиакан астрадзабанцан меч, эн хатвадзе воле верабельма галиан или цагасвамельцана,
անպայման, անպայման կապում են Էպիսահակի զոհաբերության հետ կապում են իրենց ցեղասպանության աստվածաբանությունը միշտ Էպիսահակի հետ կապ ունի, էլի։ Еще один момент, связанный вот тоже с тем, как мы себе, как мы по-другому читаем. Есть, есть действительно такая сложненькая в Ветхом Завете сцена, касающаяся детей. И похоже, что в этом случае речь идет именно о детях. Это история с пророком Елисеем, помните? Елисей Маркарифин. Которые, так сказать, дети за ним, вышли из города, да. Им важно, как Калима, я как бы сказал, Хачар, Хачар. Они так кричали, мы пришли, пришили, да? Медведь. Я вообще и там уже артец. Значит, и он обернулся к ним, так сказать, и проклял их. А мы цецеленцы. И вышли из леса три медведицы. И разорвались, как ваш паник. Я в Карасу Эрбусин, Батар Утецин. Страшненькая история, да? И у нас, для нас просто вот, дети, почему ценность, как Бог, там, как Елисей. Значит, замечательный наш библейский Илья Яковлевич Грица. Говорит, что вообще говоря, тут очень много в этой истории интересного, чего опять мы не замечаем. Если это дети, как эти дети оказались за границами города? Они не имеют права. То, что эти дети непонятно как воспитаны, если они вообще пожилому человеку, старшему человеку. Это прокол взрослых. И еще одна очень важная штука. Для всего Ветхого Завета. Смерть ребенка – это наказание родителям. Можете проходить весь Ветхий Завет. Хотите, там, начиная со смерти младенца, который родился у царя Давида. Давиди Ерехани. Неврачный. Терса Бейстон Ватирехани. День посмотрите. Уренайк. Ерехани Ман Мецарин. Потому что, еще раз, ребенок – существо незначимое. Уретер Ерехан, это как ребенок Каравор Чеч. В ребенке есть смысл, как в продолжении жизни родителей. Ерехани Мастендер, Менак Ирацунал Нелики Анхи Шаунаков. Прежде всего отца. Это как своего рода замена бессмертия. Его жизнь продолжается, жизнь отца продолжается в семье. И поэтому, если лишается жизни сын, то наказание отцу. И царь Давид замечательно говорит, когда умирает ребенок, он говорит, мне его не вернуть. Он ко мне не вернется, это я за ним иду. Совершенно четко понимаю, что у него, ну Давид это совершенно особенный, конечно, человек. Знаете, вот его ощущение того, что нет, ребенок не пропал, не погиб. Он умер, но он не погиб. Я за ним иду. Вот это не у всех в Ветхом Завете есть такое ощущение. Но смысл именно в этом. Смерть ребенка – это наказание родителям. Вот. Поэтому тут дело не в детях, которых эти медведицы растерзают. Дело во взрослых. А, как вы понимаете, проклятие – это не что иное, как констатация отделенности от благодати Божьей.
այն փաստի հավաստակումը, որ դու առանձնացված ես Աստծուց, բաժանված ես Աստծուց. Пророк не отделяет человека от благодати Божьей. Ոչ թե մարգարեն Աստծո օրհնությունից կտրումա բանից շնորհից ակտրում. Ему, о его отделённости от благодати. Բայց ուղղակի հաղորդում այն, որ հաղորդում այն մարդ. А когда человек отделён от благодати Божьей, конечно, Ես դա մարսը Աստծո շնորհից դուրս է, իհարկե այ շատ հաճ բաներ կատարել։ Вот это вот такая вот непростая история. Ինչպես вот շատ պատմություն վիճվել։ Դա շատ բաներ է, բացասելիցը։ Նա ինչպես նաև ինուխտի մեջ երեխաները երեխեքի կապված ոնց են վերաբերվում։ Ещё не вполне люди. Նրանք հələ մարդը չեն ամբողջական իմաստով։ Потому что вполне человек становится человеком тогда, когда способен исполнять ответственно исполнять первую заповедь Божью, которая дана до грехопадения. Марта дарнула ժամանակ, երբ որ կարողանում է իր վիճակի կատարել Աստծո առաջին պատվիրանը, որը տրված էր մինչև մեղք գործելը. Это владеть разбираться и обладать этим миром. Աճեցեք, վազմացեք եւ լրացեք երկիրը. Ну и ещё есть один момент, касающийся младенцев. Не банал просто именно из слова из псалма. Потому что Иисус младенцев ты сотворил манкаке в себе по сравнению с царем. Как так Ерехане Беранец, Богучун Антунецис, и вот. Вот. Ну, конечно, слова загадочные. Я тебе бы еще. Монасканалия. Я думаю, что никто очень точно не понимает, как понимать. Шатрече нас там, еще сказали, кажется. Вот. Но в том, что вы говорили о младенцах, это вот кое-что здесь помогает понять. Но мы лишь сказали, а сказали, ничего массы мы рухосмей. Поскольку младенцы не различают доброго и худого. Халевер Маркнера, чем Гастак Чигида Нишнава и Нишначар. Всякий их возглас есть просто проявление своего существования и вот этого нового опыта. Вильям Цамбок сейчас вот существование, когда че бацаканчу цюннера, и энцес коицюнненалу, он все равно айпацюнна, то значение ему, что этот вопль ребенка значит, придает не ребенок, а Бог, который его слышит. А если когда испанец избавится от сына, ничего не лехен асма, тариса, муж отца значит, значение этому слову дает не ребенок. А если мастим избавится от сына, вот что не лехен асма, а Бог, который его слышит. Воля на сума избавится от сына. И поскольку в этом сказали, что Элехен бацаканчува, айо, чеги так, что имаш читас, имаш та астваца так, сэд бацаканчува. И поскольку в этом вопле нет ропота, ханэвэр эс бацаканчува, нэш тахтуншичка, то Бог абсолютно вправе зачесть это за хвалу. Тама аствац кара макхур парабанцун антунисэ. Просто проявление, ну вот, я существую, я есть. Ес кам, ес горцун. И это хвала Богу. Еса паркасцу драмаш. Вот. И это гораздо важнее, с Божьей точки зрения, чем все проклятия ему со стороны язычных царей. Поэтому Иисус младенцев ты сотворил хвалу себе в посрамление царя. Դրա համար ես մանկական երեխաների բերանից հավանաբանություն գողություն ընդունեցի, ի խայտառակություն, ոնց հասարմոսի բառը, այդ բաներից ճշնամուն հայաբեր համ հայ 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 Астецагалис от этих двух аксиом. Երկու аксиոմաները видим общий характер творения. Ընդհանուր առաջագործության այդ տեսնում, что тварный мир это нечто изменяющееся, призванное к тому, чтобы расти. Որ արարված աշխարհը կանչված է ավելի աճելու, возрастать к Богу, զարգանալու դեպի Աստծո. В нём есть огромное, почти бесконечное разнообразие. Շատ տարբեր տեսականի կա բանկ այս ստեղծագործության մեջ։ И вместе с тем в нём есть соединительное звено между Богом и творением. Բայց Աստծո եւ ստեղծագործության մեջ մի օղակ կա, որը միավորում է Աստծուն եւ ստեղծագործության, սա մարդն է։ И о чём бы мы с вами, какой предмет мы с вами не пытались бы, какого богословия, какого бы предмета мы не пытались построить, мы вот через это всё равно обязательно проходим. Եվ ինչի՞ մասնալ ուրս խոսանք, ինչի՞ ասնազաբանություններ ուզենանք կառուցել, այս բանի մեջով ենք անցնելու։ Այս ուղի դեն կաստում։
Один-два раза прошли? Можем в следующий раз уже не проходить. Уже с этого момента начинать. Мы уже с вами знаем. Это общая часть для всякого богословия. А дальше мы уже начинаем смотреть вот в этой общей картине. Если хорош, положение конкретного явления. Конкретный черт, я могу идти, это оказывается. Понятно. Итак, мы находим место детства как определенного этапа становления человеческой личности. Прямо мангутсян хасага гатанги, мангутсян тэра гатанги, но мы с процессом имеем, вот как мы шарджан ворон марта дарнума бан, чапаас, а, тэра гатанги, а тэра. Вот. И рассматриваем при помощи Библии, как это, как этот этап понимался людьми, так сказать, не чуждыми Богу. Я понимаю, что за шинчими жотцом на их тэс этапа вон цэр нгалвум. Айнписи мавканского мизворок, а астатсун чана чумей. Для того, чтобы понять, а как же Бог на это смотрит? Вроде все асканам тэ астатс ничь персонально да. Потому что Бог дает это понять через людей. Но это астатс эс хаскацовуцюну мавканс мизоцова тависмес. И мы увидели, что в Ветхом Завете вот этот возраст, возраст детства, это в первую очередь возраст приготовления к жизни. Не сама жизнь, а приготовление к жизни. Как и наигор, римоптита сангюниц, айс манкакан эс тарика, воште хэнц бум тянкнер, айл тянки нахабакрастылю, на шорджанэльми. И это вполне укладывается в общий характер Ветхого Завета, где партнером перед Богом стоит не конкретная человеческая личность, а народ Божий. Ев эсэ хинухти амош контексти меч, шат хастака, вор Астатсу араш кангнаца ош тэ инчур конкрет марк, айл Астатсу жоуут амбохчицам. Где определяющим фактором в отношениях между Богом и человеками является не личный грех того или иного человека, а совокупный грех народа. Я вас Астатсу, я в Мартуцан, Арабийцан, меч, а вы на Калеву Роштем, а конкрет Марту, она такая, где мы мягкая на Астатсу, а депа, лет же улучшится, вот без ми Амань, ми Амбохчицюн, и да, мягкая Астатсу, я в Ира, Астатсу, я в Амань, ми Чепсай, Калеву. Понятно, да? И тогда теперь мы потихонечку можем переходить к Новому Завету. Сказать, Марухтиц, Имахосер, Михич. Но прежде всего нам нужно посмотреть на один замечательный персонаж. Пац Меокунусум Насиден, который стоит как бы на границе. Вора Распусаса Стагнаца Сармани. Между Ветхим Заветом и Новым. И Евнорухти Сармани на конец. Очень важный персонаж. Шатка Айрубных Наца. Который, естественно, как все мы, так или иначе, проходил в стадию детства. Вора, еще раз, Мик Бодорес, яркий этап Анцелеш. Манкакан, Талики. И без которого у нас бы с вами здесь не сидело. У Еваран Сури, Мэнь Кастер Мусташ Чейн Берни. Я говорю о Богородице, о Марии. Мэнь Хосмэнь Майда Мастаза Мурмасы. Понимаете, она как бы персонаж Нового Завета, да? И как артисты Норухти Тэнка. Но возрастала она еще в Ветхом Завете. Дарэва Синюхтум. Стадию детства она проходила в Ветхом Завете. Манкакан Талика и Нюхтум, Иранскарцы. Похоже, что поскольку Благовещение произошло в тот самый момент, когда она была обручена своему предыдущему мужу, то похоже, что ей примерно 13 лет. Ну, вот она везде тасик таракан и такая рахтин. То есть она только-только вышла из детства. А если она не снорит, могу всякие. Так вот, самая главная тайна Богородицы. А мы нам есть гафника когда Бог ей предлагает стать матерью своего сына, Дефор, Терастация или Нарачакме, Дарнан или Борту Майда, она, переспросив кое-что, значит, говорит да. Ну что, Рафцер Тало, Асма, Айо. Ну, понимаете, много людей в священной истории Ветхого Завета как-то говорило Богу да. Сапазан Патмусан Мед Шат Мартикен Астатун Асел Айо. И Бог через них какие-то замечательные вещи совершил. Я вас знал, Тирас Мичоцов, Шат Яна Рибанет Катарец. Но речь никогда не шла о том, чтобы Бог вошел в человека. А Дзерпек, Тоска Чигинацель Нарамасим, Вор Астатвац Матни Марту Мед. Понимаете, ведь во Христе вся полнота человечества и вся полнота божества.
Չէ՞ որ Քրիստոսի մեջ է մարդկությունը, մարդկայնությունը ամբողջությամբ իր դիությամբ եւ աստվածությունը ամբողջությամբ. Я вспоминаю, как много лет назад, когда мы с Гамлетом только-только познакомились. Я сижу, я может, шат, а не раньше, про Гамлета, хоть норм, норм, там, 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 не говорил. Инзасумер. Андрей, ты веришь, что Христос человек? А что, Андрей, я вату, мы сможем, что Христос Марта. И я верю, что Христос человек. Ага, а вату, если нам вату. Ты веришь, что Христос Бог? А вату, мы сможем, Христос Аствация. И я верю, что Христос Бог. Фах, почему монофизит? Чем я с монофизитом тепту? И так монофизит не стали мы с мерадрумен, вот мы бодрюцуны. Потому что наша цель до сих пор армянскую цель. Вот и мы монофизит обману мои герцу. А что мы бодрюцуны, мы на газуру. Полный идиотизм. Я шучу. Ладно. Да, просто гараж. Поэтому. Мы с вами православные. Мы к Белорусу не было пары. Мы с вами понимаем, что во Христе вся полнота божества и человечества. Мы говорим, что Христос и меч, мартвицуна и вастатуна, а может чем перекаян. Поэтому, да, когда Мария говорит Богу да, Бог воспринимает это как да на полноценное вхождение всего божества в нее. И вастатца анкалец орпес айо, майра маамадзайнер, а может чем вастатуна, матни и меч. Понимаете, откуда в ней возилось такое да? Он всегда мочит этот ан, это айон. Чтобы Бог зачел это. Чтобы Бог зачел это. Он расцвац, он калиса, вот без Майами. Мы все говорим Богу, да, а потом без конца и ходим на исповедь. Мы гантат, мы асун, асун, кабас, и мы хвосту ранчан. Понимаете, а у нее не так. Я вот это пешчер. Откуда в ней? Только-только вышедшие из детства. Помните, я мечет, нор-нор, мангу чуни тарки с дусереги. Откуда в них вот это да? Помните, я не в состоянии ответить на этот вопрос. Чем тогда батасканы? Са гахника, са хорута. Католики постарались. Ну, католики, я понимаю. Они придумали долго. Они порочно защитили. Ирак, гютарцы, вот, тирамагнеля, анера, таблицу, что на самом деле вопросы не решило. Вора арцы чилют у меня. И добавил еще парочку более стоит. Парец авели у лишь арцы дарачатся. Бог с ними с католиком. Парец астрации янцы католика. Нет, у них ментальность такая, они иначе не могут пустить. Ирак, мутация лапер потенциал, лишь зерченка. Это не значит, что они не правы. Чем вас мой лак с халем? Просто особенно. Потому что этого не нужно было делать. Лав, панель, это чан. Всегда полезно в чем-то оставить тайну. Ничто авели, авели, каравура, авели, ну, такара, хорур, хорутимеш, шат, кита, чхоте. Но у этой тайны обязательно есть человеческая сторона. Базис хорутимеш, миш, марка и ковка. Божественную сторону того, что в ней происходило в эти 12 лет до ее ответа, мы не знаем. Инчакатар. Была некоторая человеческая. Инчакатар, настоцайн, армовес, тасыш, кутай, мен, чейдэн. Базис, карна, марка и ковка. И человеческая сторона – это та самая, про которую мы только что говорили. Я марка и бог мэнзенер, воли мас чарашку смеет. Это ее воспитание в законе Божьем. Са, астатуа, рэнхом, я даст тебя бицунне. Это ее возрастание к способности принять ответственность. Са, я ачнер, вор карова линка и вичакер, артен патас ханатуцюнна, цунэ вьявра. Значит, я не знаю, есть ли у вас праздник введения во храм? Марии. Правда, а Марья, Арцумару не кажется, как то, что Марья мы навели на Апачане. Есть, да? Понимаете, какая штука? Алло. Че? Вы извините, я не хочу никак разрушить вашу веру в Бога или как-нибудь. И не получится. Не получится. Не получится. Так и не старайся. Но, как бы сказать, с исторической точки зрения, события введения во храм девочки Марии... Атмаканте Сангинов, это Тирамордна Вильмотачари. Тирамордна Вильмотачари. Абсолютно невозможно. Она ворчит. Атмаканте Сангинов. Понимаете, вот просто для примера. Олинак Красный. Если в православных храмах забегает, извините, собачка, это у папы Герасим Шуна, ну, или на кем. То после этого храм нужно переосвещать. Это вера оценка, что То есть, понимаете? Цума, конечно, по традиции говорит о том, что девочку не просто ввели в храм. По традициям Батма я говорю, что Батма Цуна, вот, в общем, я Ахчкан Нацлин Бан. Но ввели в святая святая.
Альбацрецин сарпутян сарпот. Куда мужчины не входят? Вот это не стало мартиги рамчу. Куда священники не входят? Канель рамчу. Куда входит один раз в год первосвященник? Дальний канкамас. После такой процедуры, которую вообще дай Бог кому-нибудь на себе испытывает. Знаешь, у меня от банов, тесов, вода, понятно, да? Женщины ни в каком возрасте, они как бы, так сказать, в принципе, и на ваших витариков. Близко там оказывается. Человек, они не смотрят там, да. А если это происходит, то это такое нарушение закона Моисеева. Да, это так, как говорят, анти семьи, хахту мы можем сказать. После которого храм нужно строить на новом месте. Но таджар кудисакей нормально. Ну, понимаете, ничего такого в истории. То есть это понятно, это благочестивая такая легенда. Сам инкантумен был президент. Но, даже если в ней нет исторической правды, у меня есть потрясающая духовная. И поэтому Дух Святой спокойненько воспринял этот праздник и ввел его в традицию. Трамасур покиншат английском трумаес бана, тона ев, нацреля екерецу тона римеч. Потому что духовная правда в этом есть. Потому что за этим стоит то, что эта девочка восприняла в себя все наследие вот Ветхого Завета. Вот это все, вот ахчика, ахчинака, и я амбох чинухти, потому что жарангуцуна, и я мечер, как крым карцес. Потому что вся история Ветхого Завета – это история взаимоотношений между Богом и человеком. Это винухти амбох шпатмитсуна, спатмитсунер, марткутян, я вас тадзо, похарабелитян. И храм, и святая святых, это вот, как бы сказать, это вот такая вот точка соприкосновения. И которая есть в Ветхом Завете. И поэтому ее вхождение туда, это и есть символ того, что она весь этот опыт в себе каким-то образом собрала. Փորձառությունը Աստծո այդ խայլերի այս ամբողջ բանը իր մեջ էր գրում։ Со времен Ноя Бог воспитывает человечество. Ноից սկսած Աստված մարդկությանը դաստիարակում է։ И вот весь этот накопленный опыт Божьего воспитания, ես ամբողջ այս դաստիարակության հավաքական փորձառությունը, он оказывается устремленным к этой девочке. Այս աղջկա վրա է ոնց որ կետրոնանում, чтобы она его вся весь восприняла, ունի ամբողջությամբ անցալիսա, и сказала Богу да. Եվ ասի այո, воспитание сработало. Там еще, конечно, что-то есть совершенно таинственное. Что баны коньяки, шахорта. Это тоже очень важный момент. Пойдем сейчас каровый момент. То есть и вот таким образом через, понимаете, вот при всем при том, это воспитание ветхозаветное воспитание ребенка работает. Пойдем, Енох Диас, тастирагуцуна ерефай, ашхатес пасторы, ашхатума. Потому что в Марии оно привело к тому, что оно смогло сказать «да». То есть Марьяма, Энцетер, Врасец, Айо, Астецун. Понятно, да? Асканалия. Ну, а дальше мы тем самым пришли в появление в человеческой истории. Все. Мотецан, Иисус Христос. Папнутян, Марфкайн, Папнутян, Тацку, Ахун, Мотецан, Аствацамарту, Айкумэлю, Иисус Христос и Мастнахусты. И вы понимаете, что его воплощение, его, так сказать, приход в этот мир, это уже Благовещение. Я манна цум я аспес ашкангала, са артен банна, аветисна, аветумэлю. Понятно, да? Вот Благовещение и Вачиеве. Аветума я в тирамор банни меч, раганди меч. Поселяется Иисус Христос. И как сказано у пророков, нет в нем ни вида, ни величия. Я в чмес банель асмен, маркале макрена, теж чунеш. Вальчицун чунеш. Смотрите, как его только-только воплощение, как оно уже начинает влиять на ситуацию вот по нашему предмету. То есть, ну раз, что есть арминарный, բայց արդեն սկսում է իրատ ազդություն տարածվել մեր վրա եւ մեր այս նյութի վրա, այսինքն աստվածաբանությունը մանկությանը։ Ну, там, среди того, что
архангел Гавриил говорит Марии, он сообщает о том, что ее родственница Елизавета, значит, вот, будучи неплодной, вообще, значит, так, как это расположено. Елизавет, Варикама, Арнолица, я. Вот, и там уже, значит, полгода. А там ведь там как срок. Вот. И, значит, что делает Мария Розенбетта? Ничего не Майяма. Она тут же встает и отправляется туда. А мы сейчас без Веракину ее принимаем депи. Ну, просто для Елизавета. Вы себе представили. Вы себе рассказали? В общем, немножко больше 100 километров. Ну, 100 километров Германика. Немножко пешком, да. Складов. Значит, у меня любимый вопрос. Всегда, как вы думаете, зачем она туда пошла? Мы же отсунули. Инчи, она на гонацанде. Мы же отсунули, если сарцы. Да? Да, вот хорош, арс, ничего, я мец, аптен, далеко. Может, совет спросить? Ага. Цель. Поделиться. Ահա լրացնու կիսեր։ Հնարավոր է վստահել, որ նա ունի դա հեշտակի միջոցով հայտնությունները, որ խոգում։ Может она услышала, что я же сам это тоже какие вы духовные. Духовный, ну что Елизавета была старой. Правильно? Так. Пожилая женщина. Это у нее первая беременность. Я видела, она очень удивительная. А все девочки, которые уже не девочки, потому что им уже 13 лет, они все про это уже прекрасно знают. Я вовчик, наверное, вон как-то вовчик чей-нибудь. Они просто тайганы. Они, может быть, не слышали слов поздний токсикоз. Значит, но тем не менее, что это такое, они себе представляют. И на Казахстан тогда ничего. Она прекрасно себе представляет. А ведь, поймите, женщины тогда не работали. Вы понимаете, что это значит? Женщины тогда не работали. Это весь дом на ней. А может, ну и обрать. Еще раз. Булки в магазинах не продают. На самом деле, я помню, как об этом говорил отец Александр Мин. Как вы думаете, что бы в первую очередь вы услышали, подходя к еврейскому вселению тогдашнему? Ну, люди начинают говорить, ну там вопли детей, там... Звук жерновов. Испания. Потому что в каждом доме сидела женщина. И молола муку. А кроме того, как вы понимаете, кроме того, что молоть муку, еще же нужно приготовить. Значит, и это самое, и постирать, и воду принести. Все, что вам больше туда является. И это, извините, на 7-м месяце беременности. Поздней беременности. Уж, понимаете, да? Это все совершенно понятно, зачем Мария пошла. То есть помогать? Конечно. Как только через 3 месяца, когда ребенок родился, тогда видно, что никаких осложнений нет. Когда видно, что Елизавета вполне дальше может справляться сама. Все, Мария отправляется обратно. А я Мария как-то. Это просто вот маленькая подробность о нашей общей маме. Самое же, может, массами покрыть, если... Да поймите, Малюк. С нашей точки зрения, это 13-летняя девчонка. Не, да, мы же у Хенковца отрасили тайка на Ахчика, мы это сагрели. Ахчина. Ей никто не говорит, пойди помоги. Да, вот мы часом для наук не. Это у нее в сердце. И нас сорти меча леси. И оно никуда не денется. Такое сердце никуда не денется. Оно такое до сих пор. Я спроси сердце чипори. Чем вам не цайна сердце? Сердце. Хорошо. Узмаук не. Так вот. Дальше вы помните, что происходит. Она подходит к дому Елизаветы. Вот она моя Елизавета Тана. Да, выходит ей навстречу. Ну, сага Елизавета. И как-то странно ее приветствует. Сейчас пару лет зовут, он пару лет. Ах, какая, какая радость, что Матерь Господа моего пришла. Ах, как он шел цена, говорим, ты идешь, майя, им только. С чего ты взяла? Да? Иди, ты, потому что, вот когда ты подошла, ребенок шевельнулся во чреве моем. Елехан им полим меч, ура фуцунит. Все дети шевелятся. А это как-то особенно шевелится. Эсмека Юра тут завершает. Информативно. Информация тоже. Элехан тая кульцун талов. Так что его мама поняла это как сообщение о том, что Мария беременна и еще раз сказала, Майяма, Гавия, Гавия Месео. Давайте с вами посмотрим, что при этом сделал Иоанн Креститель.
Ինչ էր անում Հովհանես Մկրտիչը իր ամոր փորի մեջ։ Ինչ էր անում։ Откуда ты словил Божью информацию? Ինչոր ձևով Աստծո ինֆորմացիան ընկալեց пастор։ И передал маме. Եվ տվեց մորը, փոխանցեց մորը։ Как называется вот такое действие? Во всей библейской традиции. Пророчество. Маркарайзуна хочем это. Пророчество. Он проявил себя как пророк. А вы помните, какое отношение к пророку по Ветхому Завету? Как самое высокое из служений человека. Есть Маркарайзуна, Гейнухтимеч, Маркарайзуна, Царайзуна, Астун Царайзуна, Амина Барцарвина, Астичан Дерабаджи. Нет более высокого призвания, нет более высокого служения. А вы не имеете кочун, Царайзуна, Гейнухтимечка, Բայց ամենամեծը ուրեմն բանն է մարգարեական ծառայություններ ու կոչում։ Обратите внимание, кто оказывается способным для такого служения? Ուշադրիալեք ով է կարողանում այս ծառայությունը 6 месячный год, 6 ամսյակա պտուղը, ամսյակը։ Интересно, когда же начинается эта человеческая жизнь? Я пасксум мартяин кянкрасин. Вы понимаете, ведь мы же только что говорили о том, что поверх... Чего вы пикич аранжмент хосмейн, вот и ну кто? Мы только что говорили, что на самом деле весь период детства, амбош манкутян антарска, это не жизнь, поскольку это нет служения. Вот это царавичун чука. Служение начинается после. Царавичун сксума гэто. Жизнь начинается после. Кянка сксума гэто. И вдруг только приход Иисуса в этот мир. Ангарц, Иисуси, мяйн, Галуста и Сашхар уже что-то меняет. А ты ничего бана плохо. Оказывается, в результате прихода Иисуса Христа даже эмбрион может там, даже младенец в чреве может, возможно, Иисуси Галуста совершать высочайшее служение. Ну не из потуга, так что царь он уже живет на человеческой жизнью и такой полноценный, что дай нам Марткаин, Анписи Кианков, Анписи Лютян, вот я ранее мне это завтра. Отметим, понимаете, мы дальше Шанили, поговорим. ГЦК по отзыву. Но давайте это отметим. Это Хосен. Но есть еще более интересный момент. Санец Авали и Такшкин Ванарка. В ком он узнал Мессию? Ум Виджоцов, ум на Джаначе Зорпес Мессия. Значит, ну, допустим, Мария путешествовала неделю. Ենթադրենք Մարիամը մի շաբաթ քայլեց այդ 100 կիլոմետրը։ Это 100 километров, да, это примерно так и происходило. Неделя. Значит, это недельный эмбрион. Асинга да, мек шапатва самна. Потому что там сказано, что сразу после Благовещения она встала. Это говорится, вот об этом ведь самый чапа сюда, майна на верхаца и это надо. Вы хорошо понимаете, что само представляет недельный эмбрион. А ты астрик, и чан шагом ми шапатва самна. Это несколько клеточек. И каникул бана. Не ведича. Не ручки, не ножек. Вот это чка, голубчика, ручмачка. Понятно, да? Это уже не просто человек. Это Бога человек. Это Мессия. Это уже царь Израиля. Это уже царь царей. Именно его узнает Иоанн Креститель. И сообщает Марии. Потом, когда он сможет дотянуться до других, он это и другим скажет. Это я фонарты нужны, карнарты, на вот он же взрослым выйдет на служение на Иордане. Он всем скажет, кому служит, всем скажет, вот он. Я фонарты карнарам гав, мы это осакнели, полори на тен цюцатуля, эса, им знаешь. Но в этот момент он может сказать только маме, больше не говорит. В этот момент я никому не могу говорить, а сэр, лишь очень много ничего говорить. Он уже ласума. Он уже прав. Артен Марта, я. Понятно, да? То есть ясно, что с приходом Христа что-то меняется. Давайте думать, что. Потому что это связано именно с Иисусом Христом. Интересна такая подробность. Самое первое из написанных Евангелия – это Евангелие от Марка. Маркус Аветанец Арачин Нагарве. И Иисус там сразу взрослый. Он там сразу выходит на пробу. Я камень Дусагальск смакал. Принимает крещение от Иоанна. Макартвернулся то, Веракенус смакал. Но чем более позднее Евангелие мы читаем, я в Хане Авели Ушка 20 Аветанок смакал, а тем раньше начинается жизнь. Хана Авели Ушка 20 Христос и Киан. Следующее положение, это Матфея. Это Матфея Стагалюм. И там, значит, как бы, ну, так есть там, Благовещение
արդեն ավետումը կա Փոփսեփիլի եւ խոսակցումը կա Но Евангелие от Луки относится. Лука сразу, а вы не шутка там. Вот там есть, так сказать, кусочек связан еще с зачатием Иоанна Крестителя. И слова Азбаковцы, и давно Ивана. Еще раньше. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там вообще в начале было слово и слово. Да, и слова Савадана Тарапа, скажем, Ивана, Ивана Астумоты. Там вообще от начала времени. А я. Прямо на Крестителе Сагаль. Посмотрите, то есть в принципе, как бы сказать, с человеческой точки зрения, которая выражена в Евангелии от Марка. Маркус и Авердане Капар, Марка Интесангюни, Христос как бы вполне мог появиться уже взрослым. Бог для своего сына избирает другой вариант. Оставьте я вот вам оружие, что для конца. Прийти, как всякий человек. Как Вичпес Цанкаца с Марта Галасеса. Через зачатие, Тернамурлов, Арганвилич, младенчество, мантутюн, рост, хасакарнелла, и дальше. Желание и война. Понимаете, какая штука? Остальное главное ничем не. Бога человек. Астрахан Марта. Всю нашу цепочку возрастает. Мен амгорч ачманес овакнелов астума. Понятно, Бог не меняется. Оскарова Астрашчипов у меня, значит, да, пожалуйста. Но человек меняется. Размахта плохума. Мы не знаем. Там нет никакого описания, да, но мне не нужно, как именно он растет как человек. Да гражчи тевонца на чего без марте петкельчиво. Потому что Евангелие написаны для нас, и там в них сообщается только что то, что важно для наших сердца. Да, это она граница Мелямарев, Кенвац, Укайворен, Менакем Банарев, Вормеш Перкутян. Никто из нас не рождается мессией. Мы знаем, что Шмегар Мессия Читам, то, как растет Мессия, для нас... Товар Мессия Бонца, это Панцель Мангусен, то есть Хамар Эфканалия. Но важно другое. Паскал Эвром и так считаем. Понимаете, до того, как он выходит на проповедь, на свой героический этап жизни, Минчев Драк Харазутян Дузгала или Айрусакан Эспес Кянки этап Дузгала, он проходит весь предыдущий этап человеческой жизни. На Амбохчет, на Хортов этапа, Маркутян Кянки Аснума, особенно замечательно то, что там все-таки что-то про детство его известно. Ты можешь романтичность. Романтичность, что-то есть. Этого понятного букета. Лука Сильни будет кидаться. Кое-что в Матфеле. Волхов там. Кое-что есть. Банерейка, Могеря. Романтичество. Тоже банерка. Но по-настоящему про детство и дальше, про его взрослость, да, выхода на проповедь, ничего нет. Բայց մանկության մասին եւ իր մինչեւ քարոզության սկիզբը համարյա բան չկա գրածել կարելի ասել։ Ну ещё там остановились на Ленинский вор, когда он приходит в храм, Տաճարում այդ հատվածը որ կործեց հիմա, հենա դա մասին շատ հետո կխոսանք հիմա, но в целом нам ничего не известно, особенно на Зарецкий период. Բայց ընդհանրապես կարելի ասել բան չկա, հարավան Եգիպտոսից որ վերադարձան Նազարեն, Նազարեթյան շրջանի մասին բան չկա գրել։ Ну, можно как-то до чего-то догадываться. А, Голфинга, наверное, ничего. Нам понятно, что где-то в течение этого периода умирает его отец. А скандал, это Аранку Ман Маусета и Гагайда. Что он перехватывает от него его ремесло, он становится а скандал, Оринка, ну и на аресте и Мах на Дарну, а скандал, ну, а там уж и на Рар. Ну, на самом деле, конечно, не плоти, потому что там из дерева не строят. Вот только дворцы строят. Вот это яркий инка, Мерхаскар Савутинов, Юсенчев, вот это Жаманак, Кайло Банерова не считается. Ну, поэтому строитель. Инка Шинара, а вы еще. Случайно, поэтому у него столько притч, основанных вот на опыте столярничества. Не на опыте столярничества или там. Мер Хаскар Цовуцан Кьюсен. Чем Ак Кьюсен Аскар? Лайми Аскар Шинара. Именно Камич. Камич. Падшарик. Понятно, что-то это есть. Хаскар Наляйс Банерс. Вы можете другой угадать. Как мы будешь банкаром? Живет обычной человеческой жизнью. Солуракан Матвей Янкерарган. Не случайно потом его, так сказать, односельчане, так сказать, жители Назарета. Два Банаровича, может. Как это вот тот самый Иисус. А, сам Иисус, чей? Вот это у него там, вот он. Стэра, Апруна, Целах, Пегнеля, Хелеса. Сын Иосиф, какой мессия? Мессия. Понимаете, он действительно живет обычной человеческой жизнью. Он отличается от нас, обычных человеков, только одним.
ինքս գրեշ։ Մեզնից մի բանով անդամները տալու։ Դու մեծ եք քո զանից։ Որ անմեղա ինքը, մեղ չի գործում։ Գրիհի զանից, պարապուստիկով։ Մեզ все ունի, դա հեշտակ դնեմ։ Մեղքերը նկատել նա շատ հեշտ։ Անմեղությունը շատ դժվար է։ Но отсутствие грехов, ну как правило, не замечаю։ Որ մեկը մեղ չի գործում, մենք հիմնականում դա չենք նկատում։ Точно так же люди в Назарете։ Назарети мартик են։ Это совершенно незаметная жизнь։ Обычная, обыденная жизнь. Конечно, там как-то, и как-то там в этой жизни помогает маме, там, умирает отец, понятно, начинает содержать своего, потому что так устроена жизнь. Значит, сын содержит мать, женщина не работает. Ну, все как обычно. Но ведь это же Бог. А что когда остаться оправдянку? Остаться во всем этом присутствует Бог. Остаться вам или чем же нерка? Он ест, пьет, спит, учится, значит, бегает с мальчишками, ходит в туалет. Понимаете, и это все в Бог. А про Малуту Макану Майяхи Кет Хаван Узукана Гнумы Самы ничем же остаться нерка? Понимаете, ведь тем самым вся наша обыденная человеческая жизнь освящается Богом. Այսպիսով մեր առօրյական ամենասովորական կյանքը Աստծո կողմից օրհնվում է, սրբացվում է։ Понимаете, после этого наша жизнь не имеет права делиться на сакральную жизнь, духовную. И это вот профанная, обычная такая, обычная. Այսքան դրանից հետո մեր կյանքը մենք իրավունք չունենք այսպես բաժանելու առանձին հոգևոր, այսպես, բան եւ սովորական սրբից կյանք։ И Бог и там, и там. Он наполнил своим присутствием вот эту самую незаметную, обычную. Остаться рядом с Отцом, разведчиком, суверенным, накат, а мы на гасаракьянка. Бог и человек живет обычной жизнью в детстве. Остаться Марта, суверенным, мануки, как Назарете. А поскольку это Бог и человек, значит это абсолютно наполненная жизнь. Այս քանի որ Աստված ամարտն ապրում, սա ամբողջությամբ 61 կյանք է։ Это полноценная жизнь. Это не приготовление к будущей жизни. Того, что мы нахабадрасцуна ապագա կյանքի մասին։ А это уже полноценно. Սա արդեն լիովին կյանք է։ Уже наполненная любовью. Արդեն սիրովություն։ Понимаете, это жизнь, которая Богом посвящена. Աստուծո вот что меняет приход Христа. Ага, դա ինչա փոխում Քրիստոսի գալուստով։ Тем самым жизнь ребенка в детском возрасте обретает значение. А списов я нахожу кянка, а тем манка катайку и маста дзер банану. Потому что Христос этим возрасту придал значение. Он в этом возрасте жил. Вот так Христоса это тарикин каеволюцию то этим кет тарики меч апрец. И значит этот возраст уже может быть возрастом служения. А скажи тарик артен каалими царалицан тарик. Возрастом совершения каких-то очень важных для Бога дел. Асту гамар каревор гоцеранелю тарик каралини. Понимаете, да, о чем? Сканали, а ничего осталось. И совершенно поразительный пример есть. Я ми сканчали он инакко. Значит, ну вы помните, там, когда приходят волхвы, они, естественно, идут в столицу, значит, спрашивают, где тут родился царь иудейский. Я же говорю, многие не каменатин. Естественно, спрашивают в дворце. Моя халак, Палату Марцин Вордеатсон, и выясняет, где в Вифлееме, значит, отправляет их туда. Что можно на Вифлееме, я тоже пойду поклонюсь. Индикасек, если бы нам, это банка. Как он собирался поклониться, понятно. Значит, после того, как волхвы принесли дары, поклонились, значит, во сне они получают, так сказать, весточку. Երբոր մոգերը եկան, խոնարհվեցին, որ Աստծոց երազի մեջ պատկան ստացան, որ չվերադառնան, ուշի դուքին փոթյոմ, ուշանապարին, ուշանապարը գնացան։ Սսվիլը սոլդատ։ Նախած հերովդեսը, ուրեմն, բաներին ուղարկումա զինվորների, ունիշտոշ վսեխ մլադենցով Բեթլեհեմ։ Որի բոլոր երեխաներին Բեթլեհեմի կոտորը։ Значит, ну судя по всему, возраст это 2 лет. Ну, чем это директорик, там побольше на месяц. Опять возвращаемся с этим же самым возрастом, как младенчество. А если это манкакан, это тарикет, как и шерфу мэста, и сарфатсу. Что и совершается? Это на самом деле не мак, он тоже меня терефики. Вы знаете, что сделали эти младенцы?
Ինչ են արել սերեֆիկը։ Они умерли за Христа. Нам нарам Христос я вам. Обратите внимание, Шардилев. Высочайшее служение Нового Завета, но это так они мецагуй цаварությունը, это свидетельство Христа. Вкаял Христос имасы. Помните, Иисус говорит ученикам: "Вставайте, примите силу и станьте мне свидетелями". Ещё как Иисус асмер дух մնացեք այդտեղ, զորություն կառնեք վերևից եւ կդառնաք իմ վկաները։ Это самое важное. Ամենակարևորը սա է։ Самая важная задача церкви. Եկեղեցու ամենամեծ խնդիրն է Քրիստոսին վկայելը։ И уже, так сказать, вот для взрослых христиан, мы очень быстро оказывается, уже начиная с первомученика Стефана. Стефанос առաջինը նահատակի հետ կապված։ Что самое действенное, самое важное, самое яркое свидетельство о Христе, самое богоугодное свидетельство о Христе, это свидетельство своей жизни вплоть до смерти. Հասկանալի է դառնում Ստեփանոսի մասը, որ ամենայն, այսպես բացահայտ ցայտուն վկայությունը, մինչև մահ, այսպես Քրիստոսն հավատարմին էր, մահով վկայել է Քրիստոսի մասին. И весь первый опыт святости в церкви – это мученики. Եվ քրիստոնեական առաջին քրիստոնյաների ամբողջ այսպես վկայությունները սա մարտիրոսությունն էր. Видите, умирают только потому, что они за Христа. Их убивают за Христа. Взрослые христиане умирали за Христа. Младенцы умирали за Христа. То есть, оказывается, младенцы уже способны свидетельствовать о Христе. Своей смерти. Он говорит, да, нынешний этот покрик Ереханера, Карова не из Махов, покаял Христос и Масы. Это не так важно, как бы хотели они этого или не хотели. Евсая Акачи, не так цабары, а не так цабары, узумей на артюк чейн узум. Здесь есть некоторая объективная истина. Их убили за Христа, вместо Христа. Чешмарцин Камер нам говорит, нам спанецин Христос и Пачаров, Христос и Похарин. Потом апостолы будут радоваться, славить Бога после того, как их побьют. Это еще горарокянные урахацные воира, цеценьгере Христоси Амар. Они будут славить Бога за то, что они приняли поношение за Христа. Харкин Тарисов Христоси Амар, Ажонацан, Цецвелу, Анарвелу. А в конце концов они все погибают. Это горарокянные за Христа. Спанвецин Христоси Амар. А начинают младенцы. Исхсумен Ерехан. Вифилемские младенцы. Петлями. Понятно, да? Понимаете, что меняется, что Христос просто своим приходом в этот мир меняет в отношении, в нашем должном отношении в детстве. Детство – это возраст, в котором полноценная жизнь, христианская жизнь уже возможна. Мангутян дамит алика, вора հնարավորություն ունի քրիստոնեական կյանքը ամբողջությամբ ապրելու։ Ну, как всегда, Новый Завет не отменяет ветхого. Բայց իշեք, նորուխտը հիմուխտը չի վերածվում։ И поэтому всё, что мы говорили про воспитание, այնպես որ ինչ որ մենք խոսում էինք դաստիարակության հետ կապված, про приготовление, նախապատրաստության հետ կապված к взрослости. Մենք остаётся на месте, оно նույնը ոչ մի տեղ չի գոլը. Потому что и Христос тоже как человек помучился еще. Вот этот Христос, наверное, в Песмах ничего не бани слова, нет, правда? Это приготовление как бы тоже. Нахал Батарский Союз. И во всяком случае, физиологически он точно взрослел. Я физиолог Песер, я кремец Анумер. Понятно. То есть, то не отменяется. Оно дополняется, как обычно. Инов-то чиве, оно бас дарац фума. Исполняется, доводится до полноты. Катаряра, да. Тем, что это не только приготовление к жизни, но еще и жизнь. Савашмян кянки нахабадрасуна, бас наева в тем кянка. Вот. И, понимаете, если мы из рассмотрения только ветхозаветной части, уже на самом деле могли делать кое-какие практические выводы. И Гамбрет в перерыве мне это совершенно точно сказал. Слушай, говорит, а ведь уже есть кое-что, кое-какие практические выводы. Это горстнаган мэнк язвангумнери каровэн каснэр инухти эспанэ усмасэрэв, амлэтэн инспэрэв жаманак асэц, бор мэнк артэн горстнаган балэр мэнк, язвангумнер мэнк сэрэв,
Как мы воспитываем детей? Ինչպես ենք մենք երեխաներին դաստիարակում? Мы в этих вот в этих 12 лет. Что мы в них впихиваем? Это асэн даваме ինչ ինչ ենք իրացմեջ դնում ներդնում, հա? Значит, вот Божий взгляд. Ага, остаться тесанкю, да? Они должны подготовиться. Петки нахапатвасти. Одновременно. Неожиданно. И физиологически, и духовно. Для физиологии, опять же, и это должно идти рука об руку. Я сам не асимпатин. А может быть даже лучше, чтобы духовное переживало. Бегущая в лавкадеру, рокемадеру, не кича вообще наш. Что происходит у нас? Ничего не вот как так. У нас дети до 30 лет инфантилы. Хэнка Минчев, я расту таракан, анчапазм. У нас дети до 30 лет, по крайней мере, не способны брать на себя ответственность. Он не подоставляет Чунченко, я сказал. Они до 30 лет все учатся, 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 готовятся к будущей жизни. Словом, 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 или на хабатасмен, а пока кянки. Что мы делаем? Ничего не делаем. Да, у нас страшное количество вещей, которые нам нужно учить. Танцы, музыка. А, что дают? Пары, пары. Языки, там, газоны. И все это требует огромного количества. Там нынче. Лет. А еще есть школа, которая в них просто втюхивает. Да? А потом оказывается, что школы совершенно недостаточно для жизни еще. Высшее образование. Учится. Физиологически они еще там 12 лет готовы. Физиологически 10 тайков артем патрас. Гормоны в полном разгуле. Гормоны артем. А они все учатся, учатся, и никакой ответственности не способны. В общем, патрас хатлючан ченкаров. Чему мы удивляемся? Ничем мы не заработаем. Что мы видим-то? Ничем, то есть мы. Понятно, да? А сканали? Ну, это пока, как бы, так сказать, просто констатация факта и некоторый вопрос. А что делать-то будем, да? А если там именно, если я кому-то... Отложим все это назад. Кто им говорит, что с ним сюда носит? Вот пока давайте мы на этом прервемся. Потому что это еще не все мы проговорили про новый завет. Это же потому что там есть очень серьезные вещи. А дети? Шад нужно кайфовать. В каком-то смысле даже больше, чем в ветке завете. Я вам не шад, банк, а не нужно кайфовать. Ну, это нормально, потому что как бы сказать, Евангелие особенный упор делает на тех, кто, как бы сказать, кто малый, кто презираем, кто не замечается, кто незначимый. Да, а в это шатавали и да, ушадусну кентмастума цуйлери, амнышандери, эспес чиншвасныри, ванари. Именно поэтому Христос так внимателен к бедным, к больным. Да, а Иисус Айстан шат улемушады диванныри, ахатныри, вдовы, страдники. Это все в Ветхом Завете есть, но Иисус... Да, и нужно понимать, да, бац, Иисуса шат дюрату дзела. Это к женщине. Отношение к женщине, которая, ну, отмашки маятника дает всякий феминизм и прочие идиотские штуки, это на самом деле началось христианство. А если ночь, верабельмун, как ночь, вода царя и воля не спецдавна феминизм, если мишба, бац, так, Христос не цунисксла. Потому что, в общем, незначимость женщины, она характерна для практически всех религий. Так как она Аннышана Кульцюна, Батесус Вана, Аннышана Кульцюна, Польнор Грана и Нарук Ван, Донорож, Батси Христовный Цюна. Так что, точно так же, как с рабовладением, именно христианство побеждает. Ишь пресс Таркатри Цюна, Христовный Цюна, Ахтес Таркатри Цюна. При том, что ни одной заповеди, как бы так сказать, касающейся... Чаназвар, Вашми Патри, отменить рабовладение. Просто Дух Святой так начинает. В людях что, оказывается, ну нельзя. Марканс Мешкан Чика. Нельзя рабов. Марканс Старкастан. И нельзя быть рабом, если ты раб Божий. Девчика, они струги, это два стаца струкность. Честно говоря, струги. И это меняет ситуацию. Ирсад Хохума, я Чака. На самом деле вся нынешняя наука, благодаря христианству. Я вимику амбошник лицуна. Столько всего, на самом деле, мы даже не понимаем, насколько вот все, что в этом мире мы сейчас видим, выросло из того изменения, переворота истории человечества, которое просто Христа. Ну вот завтра, я думаю, продолжим разговор. Ва, Жанна Кинг. Вы устали? Окнели? Нет.
Да, ждать хорошо, что. Тогда я нормально, тогда я доволен. Прямо я скоро. Если бы вы сказали, что вы не устали, я бы считал, что я поработал плохо. Это асель чайковный, крутацей, я чайковный. Пожалуйста, попробуйте как-то еще вот за этот день, который у нас между встречами. Ничего, а вам не помогает, что мы сейчас с вами массой. Начнем нашу встречу с твоего вопроса к вам. Какие ваши вопросы? Из вала харцеля подалу, а харцем подалу и ничего харцеля. Вопросы по теме. Бас тема им кайф. Меня можно спрашивать, о чем угодно. И ничего, узнай, как харцен, ай, байкс. Мы давно только что там на моем юбилее издевались, значит, насчет того, что у меня есть ответы на все вопросы. Ну, а лицо, ну, да, лицо, банай, ты так, мой, верес, а смотри, дурса харцеля подосвену быть. Одна женщина меня защитила, она вышла и сказала, да, у него действительно есть ответы на все вопросы. И среди этих ответов есть ответ «не знаю». Значит, но лучше давайте вот в рамках темы.